Добрый вечер. Я Сергей Михеев, и это «Серьезный разговор». Что означает масштабная кадровая ротация в правительстве и муниципалитетах? Зачем Крыму эксперимент с курортным сбором? Что будет с Айпетри? Как будут списывать кредиты крымчан перед украинскими банками? А перед тем, как начнем серьезный разговор, давайте вспомним, какие же кадровые изменения произошли в крымской власти. Органы власти должны работать как единый механизм, как часы. А когда некоторые шестеренки в этом механизме тормозят процесс, их нужно менять. Так же и с людьми. В Крыму продолжаются кадровые ротации. 25 июля главный архитектор Ялты Владимир Приступа ушел в отставку по требованию главы республики. Сам Сергей Аксенов еще в марте этого года распорядился создать рабочую группу с участием прокуратуры для проверки всех новостроек в Ялте и запретил местному архитектору подписывать какие-либо бумаги. Немногим ранее свой пост покинула главный архитектор Крыма Анна Царева. К исполнению обязанности специалист из Москвы приступила в марте 2017-го. Первоочередной ее задачей было формирование нормативной базы для борьбы с самостроями. Работа шла медленно, зато решение главы республики было без промедления. Обязанности Анны Царевой Сергей Аксенов взял на себя, правда, временно. Первая задача – это разгрести наследие украинского периода. Просто-напросто разобраться в этих решениях. Если просто я это все отпущу на самотек, коллеги, мы лишимся всего заповедников, парков и пляжей, и вообще это будет непонятно что. Самый наглядный пример решения проблемы украинского периода – плато Айпетри. Десятки лет усилий, уговоров и предложений не давали результата. Только сейчас в российском Крыму одна из главных достопримечательностей полуострова получает второй шанс на жизнь. Предприниматели поверили и пошли навстречу власти, самостоятельно разобрав свои незаконные постройки. А кадровые перемены – процесс неизбежный. Свои посты покинули министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, топливо и энергетики Светлана Бородулина, ЖКХ Сергей Карпов и вице-премьер Борис Зимин. Не остались в стороне и муниципалитеты. Андрей Ростенко ушел с должности главы администрации Ялты. В результате перестановок просто-напросто мы сможем добиться более эффективной работы. Я коллегам хочу на самом деле сказать спасибо. Они были в сложной ситуации, работали в Республике Крым. Просто на этом этапе, наверное, смена руководителей в том числе, то есть позволит дать новый толчок развитию отраслей, то есть и непосредственно регионов. О кадровых решениях начали говорить на улице, в коридорах власти, в социальных сетях. Интересно, что люди, которые выставляют себя ярыми оппозиционерами, совсем недавно кричали на каждом углу, что кадры пора менять. Теперь же не менее громко начали задавать вопрос – зачем? На сомнения колеблющихся отвечают эксперты федерального уровня. Крым укрепляется в плане формирования своих местных кадров. Вот это вот обновление чиновников – это процесс, так сказать, зримый, и мы видим, как он происходит. Ажиотаж объясняется еще и тем, что такой серии отставок в Крыму не было давно. Республиканские чиновники высшего уровня, представители муниципальной власти, и это не считая тех, кто ушел следом за ними. Были в их работе плюсы, были и отрицательные моменты. Ничего личного, только работа на результат. Слушается вопрос о согласовании назначения Серова Владимира Николаевича на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Глава администрации Судака Владимир Серов сменил на посту вице-премьера Бориса Зимина. Одновременно на пост министра курортов и туризма Крыма был утвержден Вадим Волченко. Дальше замена еще двух министров. Белик Вадим Данилович, он предлагается на должность информационно для депутата, на должность министра Минтопэнерго, он в зале, вы знаете его хорошо, и на должность министра ЖКХ назначается... Предлагается Горбатюк Марина Владимировна, также находится в зале. Засучив рукава, предстоит взяться за работу Владимиру Серову. В качестве вице-премьера он будет курировать самые проблемные направления. В главе республики поставлены задачи и цели, которые надо реализовать в трех министерствах, которые буду я курировать. Министерство транспорта, Министерство жилищного хозяйства и Министерство топлива и энергетики. Кадровые ротации в Крыму соответствуют запросам населения и желанию руководства республики эффективнее выстраивать систему управления регионом. По мнению экспертов, изменения в министерствах не повлияют негативно на подведомственные им сферы. Глава республики ищет оптимальный состав команды крымского правительства. Такие крупные перестановки во власти доказывают то, что Сергей Аксенов является очень требовательным руководителем не только к себе, но и к другим. Должно быть понимание внутри команды, чувство локтя, ну и, соответственно, срок выполненные поручения в первую очередь. Президента, правительства Российской Федерации, то есть правительства Республики Крым. Там, где этого нет, то есть приходится вносить какие-то корректировки. Сергей Ильич, здрасте. Добрый вечер. Мы с вами уже в четвертый раз встречаемся.
Давайте начнем действительно с кадровой проблемы. Вот Крым называют иногда чемпионом по текучке кадров, по крайней мере, вот в высшем руководстве. Этот вопрос, я думаю, надо разделить, во-первых, на то, что происходит в Совмине, во-вторых, на муниципалитеты. Начнем с Совмина. Чем вызвана череда таких громких отставок? Ну, во-первых, чем это вызвано, во-вторых, не вредит ли это вообще ситуации, потому что действительно, как было сказано в сюжете, есть такие люди, которым, так сказать, делают плохо, не делают плохо. В общем, так сказать, как ни встань, все не нравится. На самом деле это обыкновенно, я думаю, для любого органа государственной власти и для любой крупной компании процесс идет оптимизация и формирование профессиональной команды. На самом деле, то есть как бы коллеги должны сработаться, команда должна представлять собой единый коллектив, который живет по одним правилам и по одним законам. Поэтому в данном случае, то есть я считаю, что как раз все такие перестановки, они несут положительный результат в общем для экономики и для работы правительства в целом. При этом я всегда говорю коллегам, когда... Вот я говорю, там, дорогие друзья, то есть я всем говорю, что это значит, что процесс такой, надо быть настороже, потому что, ну, если мы уже переходим на такой процесс, значит, я в любом случае буду готов принять определенные кадровые решения. На самом деле это не самоцель и не выяснение каких-то личных отношений, но есть результативность, есть четкие показатели критериев оценки деятельности должностных лиц. Это касается муниципальных органов власти, республиканских, то есть без исключения. Не добиваемся результата с учетом ожиданий граждан, с учетом обещаний данных. Ну, надо искать другие формы и методы работы. Так что я, коллег, прошу всех не расслабляться. Это на самом деле, то есть не предупреждение или не то, чтобы там вызвало какие-то опасения, а просто говорит о том, что дисциплина, собранность в части выполнения задач, поставленных в первую очередь президентом, правительством Российской Федерации, правительством Республики Крым, будет постоянно находиться на контроле. И по результатам в том числе будет даваться оценка, иногда и организационно. Так что это естественное явление. И могу сказать, что процесс на самом деле-то все равно не закончен. Так или иначе. На этапе, в данном случае, решения конкретных вопросов все равно возникают проблемы. Так что на республиканском уровне мы на сегодняшний день как бы оптимизацию, ну, не завершили, если будем говорить, а посередине, наверное, процесса находимся. На муниципальном точно так же еще процесс в такой достаточно горячей стадии. То есть неприкасаемых нету. Как бы ходят разговоры о том, что вот сейчас нынешние отставки в основном коснулись тех, кто приехал на полуостров работать. С чем это связано? Вы больше делаете акцент на местные кадры, они лучше, хуже? И вообще, как вы подбираете людей? Никоим образом не шла речь о том, что надо уволить именно приезжих. То есть в данном случае критерием деятельности являлась результативность там, в первую очередь. Второе – это психологический, эмоциональный настрой в коллективах трудовых. Так или иначе, он тоже должен оцениваться. Если нет доверия в коллективе, если нет стабильности, неважно по какой причине, может быть человек хорошим профессионалом, но тем не менее, то есть не в состоянии выстроить рабочий контакт с коллегами, не в состоянии правильно ставить задачи, не в состоянии правильно требовать выполнения этих задач, ну, соответственно, конечно, надо в том числе принимать решения. Задачи, которые стоят перед Республикой Крым, это, ну, извините, сверхзадачи, то есть таких задач с точки зрения объемов, вот сроков и объемов средств, которые выделяются, то есть никогда никто и не решал. Тем более, то есть по сути мы решаем эти задачи тем же составом почти практически, то есть будем говорить, исходя из среднего звена, то есть который работал во времена Украины. При этом я хочу сказать коллегам все равно спасибо. Большая часть государственных служащих, тех, кто работает в органах государственной власти, это порядочные люди, целеустремленные. Да, там чего-то не хватает. Мы все учимся, то есть в процессе, то есть так или иначе. Но тем не менее, в общем, команда все равно начинает работать по-другому. Я уверен, что результаты будут. При этом это не парадные реляции. Я знаю, что хватает проблем. Но мало того, эти проблемы, то есть как бы горящие, они сегодня возмущают справедливое возмущение у граждан. Но на мой взгляд, то есть как бы мы динамично идем все равно к намеченной цели. И все равно результаты будут говорить в конце года и в общем по окончании реализации программы сами за себя. Ну вот этот кадровый дефицит, мне кажется, он действительно достаточно остро ощущается. Все-таки вы сказали, что задачи экстраординарные. И это правда. Вот я от себя могу добавить, что они беспрецедентные. По крайней мере, мы ни с чем подобным в новейшей истории России не сталкивались. Да и вообще прецедентов таких надо еще поискать. Иногда у людей, наверное, просто даже не хватает квалификации. То есть, ну, если он проштрафился, это одно дело. Но очень часто, я так понимаю, что даже, в общем-то, особо и не из кого выбирать, потому что просто людей с такой квалификацией, способных в таком режиме напряженно выполнять такие задачи, ну, просто-напросто очень немного физически. На самом деле, любого человека к выполнению любой задачи надо готовить. Вот и все. Мы проходили обучение, по сути, при фронтовой полосе, на самом деле, то есть, как бы, одновременно переходя на другое законодательство, одновременно выполняя объемы работ и одновременно, то есть, по сути, ну, решая вот такие задачи, которые никто никогда и нигде не решал. То есть, по сути, находя новые решения. То есть, у нас даже инструментов же на самом первом этапе, 14, 15, 16 год, практически не было. Мы их создавали совместно с федеральными органами власти. Так что
ну, вот в процессе обучения, то есть как бы мы достигаем результатов, есть ошибки, но я при этом всегда отличаю, то есть ту ситуацию, при которой, да, есть умысел на совершение каких-то действий, и где есть в данном случае, ну, ошибка, как и каждый человек, и любой, и я в том числе, может ошибиться. Но, конечно, бывает так, что эти ошибки влияют на формирование процесса, там неправильно заполнена документация техническая, вызывает отмену процедур торгов, в данном случае срывают сроки реализации мероприятий и так далее. Но масса ситуаций. Но, тем не менее, то есть гладко, наверное, никогда и нигде ничего не было. В нынешней ситуации я считаю, что мы идем по оптимальному пути. Кадровые замены в случае невыполнения должностными лицами всех поручений будут продолжены и дальше. Результативность – главный критерий. И здесь нет ни друзей, ни братьев, никого. То есть как бы есть результат, есть обещанные крымчанам выполнены мероприятия, которые должны быть выполнены. Есть задачи, поставленные президентом, то есть отступать я не собираюсь, поэтому в данном случае буду добиваться безусловного их исполнения. Ну, это проштрафившие чиновники, которые действительно, ну, уволены за дело, скажем так, да. Некоторые просто квалификации не хватило, не потянул человек, да. Ну, а многих все-таки увольняют за дело, за то, что он не сделал того, что должен был сделать, или, скажем, где-то нарушил какие-то инструкции и прочее, прочее. Часто спрашивают, а почему они отделываются увольнением, да? Почему вы не наказываете их как-то строже? Я понимаю, что люди не очень разбираются в этих тонкостях бюрократического управления, но все же, вот как вы ответите на этот вопрос? На самом деле ситуация простая. Просто вы их жалеете. На самом деле ситуация простая. Здесь нет места для личных эмоций, каких-то амбит. Еще раз говорю, это личное дело. Когда человек, ну или я там в том числе буду работать там за пределами органов государственной власти, там лично я буду принимать решение, за него отвечать, это будет мое личное дело, в которое вмешиваться, кроме официальных органов с точки зрения контроля, никто не будет иметь права. А я сегодня работаю в органах государственной власти, и мы обязаны отчитываться. Мы обязаны формировать внятную, понятную гражданам позицию. Поэтому я к чему хочу сказать, что увольнения, которые мы производим, они все увольнения, которые были с 2014 года, все проходили по собственному желанию. Я их приглашал всех в кабинет, говорил, давал ручку, пишите заявление. Но, тем не менее, по каждому из министерств после ухода министра была назначена проверка. Счетная палата, прокуратура, правоохранительные органы. В данном случае, вот там по Ялте работает сейчас группа Следственный комитет, прокуратура. По моему обращению мы проверяем совместно с правительственной комиссией все решения, которые были приняты администрацией города Ялты. Точно такие же проверки без исключения с участием счетной палаты пройдут во всех министерствах, где были заменены министры. Там, где не были заменены, они будут проходить в плановом режиме, то есть согласно ранее утвержденного графика. По всем заменам кадровым они начинают проходить вот, ну, практически вот со старта с назначением нового человека. Мы в любом случае должны и историю предыдущую при прежнем руководителе, то есть как бы проверить на чистоту помыслов, ну и на, соответственно, там, на результативность. Так что оценки будет давать прокуратура, Следственный комитет и так далее. Я со своей стороны хочу сказать, что если кому-то будет легче от того, что у министра будет выговор, ну или бывшего там министра будет выговор непосредственно в трудовой книжке, ну я думаю, это, ну, морально никому там плюсов в этой ситуации не добавит. Тем более, что бывает так, что да, результативности нет, умысла нет. В конце по итогам проверки силовиков, ну получается, что силовики выносят отказной материал, то есть отказывают в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием справедливого состава преступления. Ну, что выяснять, там хотите разбираться, сделать так, чтобы просто насолить, это не мой стиль в данном случае. Так что я считаю, что правоохранительные органы в состоянии дать правовую оценку по всем без исключения процессам. И всем без исключения должностным лицам. Я думаю, что это главное. Ну, то есть, если так в двух словах, люди не очень понимают своего механизма. Вы лично не имеете права сажать, расстреливать из пулемета Максима и так далее. Я могу объявить выговор, замечание или уволить по статье. Для того, чтобы уволить по статье, в том числе, надо проводить там служебное расследование, должны быть там определенные вещи, там отсутствие на рабочем месте и так далее. Ну, то есть, определенные нарушения. Ну, я не считаю нужным, то есть, в данном случае, этим заниматься. Мало того, коллеги находятся в разъездах, я говорю условно, как пример, то есть, в данном случае, проверять, находится человек или нет на рабочем месте, не собираюсь. Для меня важна опять результативность, да. Может, человек быть постоянно в поле, а все мероприятия выполняются в конкретный срок. Ну, все, для меня это главное. А человек другой может сидеть постоянно в кабинете на работе и при этом ничего не двигаться. Ну, просто, то есть, все стоит на месте. Поэтому, на мой взгляд, то есть, как бы, те решения, которые я принимаю, они оптимальны. И при этом никто не уйдет от заслуженного наказания. А с точки зрения муниципальных образований, у меня-то, в принципе, никаких рычагов нет. Здесь просто мои волевые решения. Я, то есть, даю поручение, ну, требую, то есть, от руководителей написать заявление в данном случае. А с точки зрения наказания, я им даже выговор или замечание объявить не могу. Поэтому, ну, какие я еще должен принимать в этой части меры. Так что слово «пиши заявление об отставке», наверное, это и есть главное наказание на сегодняшний день для любого руководителя. Ну, мне кажется, у людей просто есть иллюзия, они мыслят такими, знаете, штампами. Это не их, не вина, не беда, но вот они считают, что, вот, знаете, как в советское время, там, вызвал,
тут же посадили, на следующий день расстреляли, может быть, даже в подштанниках на заднем дворе. Я подменить правоохранительную систему с собой не могу. То есть система работает, так или иначе, у нас с правоохранителями плотный контакт, в том плане, что мы проводим координационные совещания, то есть знаем все болевые точки, и оценка согласно действующего законодательства будет дана всем без исключения, всем и должностным лицам, и вообще тем процессам, которые происходят на территории республики. А как у вас все-таки складываются вот отношения с людьми, которых вы уволили? Потому что вот некоторые считают, что вы людей возвращаете в статусе советников, ну и это вроде бы как, знаете, такая камуфляж, что называется, увольнение. Каждому человеку по силе выполнения каких-то конкретных задач, исходя из его квалификации, уровня подготовки и так далее. Поэтому для меня, опять же, приоритетный главный. Был умысел, направленный на личное обогащение, то есть или сознательное нарушение закона в своих личных интересах, прощаемся, независимо от того, какие отношения были раньше. Если по итогу, то есть было в данном случае неправильно выбрано кадровое решение в связи с тем, что человек не обладал должной квалификацией, я стараюсь в том числе дать возможность найти ему другое место работы, соответственно, вот и все. Но еще раз говорю, это по итогам окончания проверки силовых структур. Проходит чисто, говорят о том, что уголовных преступлений не было. Все, значит, пожалуйста, там будем искать именно по состоянию, так сказать, общему человека, будем искать ему там конкретное место работы, если есть у него желание. Вот насчет тех, кто не проходит чисто, да, в том числе по уголовным делам, последние месяцы довольно громкие были приговоры, люди получали и по 8, и по 10 лет. То есть это нормально. Это сроки не маленькие, скажем так. Вот чисто философский вопрос. Ну, как вы считаете, это остановит, скажем, тоже коррупцию? Перестанут брать взятки? Или все-таки будут брать дальше? Потому что, знаете, это как болезнь такая там. Ну, и этого посадили, а мимо меня пролетит. Ну, вы же видите, что других-то не останавливает. Если процесс бы закончился, слава богу. Но, опять же, там каждый день у нас поступают какие-то заявления, обращения. То есть, как бы, и информация правильно выходит о том, что правоохранительные структуры задерживают с поличным, там, придачей взятков, неважно какого уровня там должностных лиц. То есть впрок многим эти процессы не идут. Но, на мой взгляд, то есть работа должна быть продолжена достаточно жестко. Коррупция — это, наверное, один из основных элементов, который размывает, в принципе, государственные основы вообще, и который, ну, в данном случае заставляет людей терять веру в органы государственной власти, вообще в государство. Поэтому здесь будет жесточайшая борьба, никому скидок никаких не будет. И мало того, я говорю еще раз, увольнение будет и дальше продолжаться. То есть, как бы, если даже я чувствую в данном случае, что конкретный руководитель не может объяснить, то есть, как бы, мотивы своего поступка, то есть, как бы, не может сказать, для чего были приняты те или иные решения, а я вижу, что решения кривые, косые, ну, то есть, ну, вообще не соответствующие в данном случае ни государственному интересу, ни общественному мнению. Соответственно, я тоже принимаю административные решения. Вот сегодня был уволен утром, заявление написал начальник Ялтинского порта. Ну, звонят тут позавчера, там кто-то строит забор на Ялтинской набережной. Угу. В чем дело опять? Ну, то есть, как всегда, глава администрации, исполняющая обязанности, Лена Олеговна Сотникова, выехала на место, докладывает, строит забор. Кто строит? Крымские морские порты. Почему строят? А вот директор порта принял такое решение. Ну, уже забор разобрали, докладывают, как бы там опять один остов остался в данном случае. Но, тем не менее, то есть периодически такие всплески бывают. Спрашиваю человека, ну, хоть понимаете, о чем идет речь? В конце концов, есть какие-то берега, барьеры или так далее? То есть, ну, я не сам с ним разговаривал, я заместителем поручил в данном случае. Но вижу, что у людей проблеска разума в глазах нет. Поэтому пусть пишут заявления, будем искать людей, деятельность которых будет направлена на достижение результата в части государственного управления, а не личного обогащения или решения каких-то личных вопросов. Так что этот процесс системно и дальше будет продолжаться. Но все-таки количество рано или поздно перейдет в качество, я надеюсь. Хотя коррупцию полностью победить невозможно. Оно перейдет, так или иначе. В любом случае объемы этого явления там все равно уменьшаются. Так или иначе, то есть если сравнить украинский период, все равно земля и небо. Я ситуацию, поверьте, не идеализирую. Информация в том числе регулярно поступает о том, что работают такие процессы, в рамках которых там с людей вымогают деньги или создают какие-то проблемы. Моя задача, как органов власти, в первую очередь, создать прозрачные и понятные условия работы с тем, чтобы люди не стояли в очередях. Но ведь на самом деле коррупционная составляющая образуется где? Там, где труднопроходимые процедуры, там, где нет возможности придя, то есть получить сразу там документ, разрешение и так далее. Как только это будет требовать определенного времени, конечно, каждый будет с целью экономии времени, ну вообще, в принципе, там, для того, чтобы ускорить решение своего вопроса, будет искать другие варианты. То есть вот моя задача в этом. Но в любом случае, еще раз говорю, я оцениваю все равно по конечному результату. То есть результат глупый, если что-либо сделано, то есть такое, то есть вопиющее при этом. Ну, чиновники там два слова связать не могут, то я, как правило, говорю о руководителях, то есть как бы я, в принципе, не колеблясь, принимаю там решение. Так или иначе, чистота процесса – это залог доверия граждан. Если этого процесса не будет, то есть не будет успешной реализации программы. Я в этом лично уверен глубоко. Ну, кстати, насчет отставок, я знаю, что на слуху еще ситуация с Крымским федеральным университетом, там как обстоят дела? Все будет по плану, как я и обещал. Если я уже что-то сказал, то я уверен, несмотря на все потуги, которые там предпринимает там главное должностное лицо в университете, все это произойдет. Хорошо, тогда до начала учебного года.
Понятно. Уточнять не будем. Тогда давайте перейдем к кадровой политике на местах. У нас есть блиц-опрос по поводу того, как люди оценивают работу местных властей. Только третий мэр поменялся за год и никак почему-то не держится. Сам работаю госслужащим. Нормально оцениваю пока. Ну, не на отлично, но, по крайней мере, на хорошо. По улицам ничего не делать. Загрязнили до предела. Отлично отношусь. Все хорошо, все нормально. А никак. Власть должна ходить по городу и видеть, что делается в городе. Власть пешком не ходит. Муниципальные предприятия стали лучше работать. Мусор стал вывозиться. Будем честно говорить, наполовинку. Может, они не успевают все сделать. Когда много руководства, всегда это... Никто ни за что не отвечает, и дело не идет в нужном направлении. А один, да, помощники у него должны быть. А руководитель должен быть один, глава. Улицы чистые, да, и что радует, мусорки есть. Вот еще. Обычно в курортном городе очень редко встретишь мусорку, а она здесь присутствует. Я не могу сказать ничего такого отрицательного. Никаких указателей нет. Ни как дойти до моря, ни как дойти до центра города. Мы вот сейчас с теплохода вернулись и не знаем, как нам домой попасть. Потихонечку все делают, благоустраивают, да, то есть видно, что что-то, какая-то деятельность происходит. Не все устраивает, я на машине, очень слабое, скажем так, информационное поле, знаки, значит, указательные знаки растительности заросли, не видно. Мы довольны всем, но единственное, что проблема с дорогами. Нарушение правил дорожного движения, пешеходные переходы и так далее. Ну и желательно тротуары, чтобы были получше, так как проблематично проехать с колясками. Вообще доволен всем. Вот немножко бы чистоты бы добавили и все. Неплохо, да, нормально. В пределах тех стандартов, которые существуют. Видно, что власть работает. Ну, видно положительные изменения. Мы довольны. Дороги начали, самое главное, больницы. Вот эти садики, у детей замечательные площадки. Вот мой внук ходит, мы очень довольны. Ну, а у ошибок во всех бывают такие недостачи. Не-не-не, все хорошо. Кто не работает, тот, говорит, не ошибается. Ну, мнение людей понятно. Недавно вы уволили мэра Ялты, главного архитектора Ялты. У меня в этой связи есть целый ряд вопросов. И первый, я все-таки хочу вот заостриться, потому что это мне тоже важно. И мне кажется, очень многие это не понимают. Вы имеете полномочия формально увольнять глав городов, муниципалитетов и так далее? Или вы можете только оказывать на них давление? Я давление не оказываю, я даю команду. В данном случае те, кто считает, что они являлись членами команды и вообще, то есть заходили, то есть на идеологической основе, то есть работать в правительстве, в муниципалитете, они эти команды выполняют. На самом-то деле у меня юридических-то никаких рычагов нет. Даже к председателю поселкового совета я никого отстранить от работы не могу по законодательству. Это местное самоуправление, так или иначе. Но, тем не менее, коллеги знают, что я все равно решу вопрос. Так или иначе, то есть соберу партийную организацию, приду, встречусь с депутатами. Если я уже решение принял, то есть как бы они понимают, что оно будет реализовано. Но на сегодняшний момент вот именно право у меня, то есть как бы что с тем, чтобы я взял ручку, то есть как бы даже замечание или выговор объявил руководителю органа местного самоуправления, у меня такого права нет. То есть мне кажется, это важно для... По федеральному законодательству, да, не это, по региональному. Это важно для рядовых граждан, потому что, мне кажется, многие считают, что вы просто можете росчерком пера увольнять, принимать на работу и так далее, и так далее. За 3 года, то есть как бы сложился, да, определенный стереотип, конечно, иногда и переоценивают в этой части мои возможности, но я стараюсь, то есть, от этого стереотипа все равно не отставать, так или иначе, ищу варианты разъяснения убеждения, но в любом случае, все знают, если я уже решение для себя принял, я от этого решения не отступлю. Так или иначе, да, могут быть какие-то временные промежутки, если там возникают какие-то моменты, как вот вы там спрашивали до этого, там, по КФУ или так далее, да, но тем не менее, поверьте мне, решение все равно будет принято однозначно. То есть люди в правительстве — это одно, здесь у вас, так сказать, одни полномочия, а главы муниципалитетов, советов и прочее — это совершенно другое. Они вообще живут своей жизнью, у них своя работа, у них свои бюджеты на самом деле, то есть как бы и вообще... Это не моя работа в данном случае с тем, чтобы ездить смотреть, там, брали там на конкретной улице или нет, в конкретном муниципальном образовании. Моя задача — координировать деятельность органов муниципальной власти, смотреть, где в данном случае есть пробелы, где есть недоработки конкретные, ну и, соответственно, предлагать варианты решений. При этом хочу сказать, что опрос такой достаточно мягкий, ну такой лояльный, но я, может быть, так попадали, то есть как бы я уверен, что коллеги-журналисты это делали не специально, то есть как бы в данном случае 100%. То есть вопросы есть, и на самом деле ситуация достаточно разная, в том числе там с дорожным строительством, да, сегодня Симферополь на самом деле
деле там каким-то образом, ну, улучшил состояние дорог. Хотя мы понимаем, что для того, чтобы в принципе решить проблему Симферополя по дорогам, необходимо около 13 миллиардов рублей. То есть как бы и выделить сходу такие деньги там невозможно. При этом, конечно, надо помнить о сельских территориях и о том, что у нас существуют другие регионы, кроме столицы, на которые точно так же нужно выделять деньги и так далее. То есть поэтому ситуация далеко не идеальная. В данном случае я считаю, что есть над чем работать. То есть как бы очень самокритично отношусь к себе в первую очередь. Поэтому уверяю вас, что я и в том числе по муниципальным органам власти достаточно реально знаю обстановку, знаю, какие регионы на сегодняшний день проседают, имею план действий в отношении этих регионов, в отношении должностных лиц. Поэтому мы находимся где-то в середине формирования всех процессов. Ну да, а многие главы муниципалитетов или депутаты Советов, они вообще избраны гражданами. Граждане их избирали, конечно, но уже забыли про это и считают, что, вот, так сказать, Аксенов может их росчерком пера снимать, ставить и так далее, и так далее. Но, я на самом деле для себя, Сергей Александрович, ответственности в этой ситуации не снимаю. Мы еще, наверное, живем... Мы не позволим этого. Мы еще живем, так сказать, наверное, в том периоде, когда это было на фоне, так сказать, мартовских событий, то есть когда все были мобилизованы и так далее. Я иногда... То есть в этой ситуации действует таким же способом, как и действовал в марте 2014 года. Ну, наверное, на мой взгляд, это сегодня самый лучший способ, так или иначе, то есть принимать достаточно быстрое решение, ну, как на фронте. Ну, то есть я понимаю, что и здесь тоже остановки в движении не будет, то есть планируется и дальнейшее принятие, так сказать, кадровых решений в этом смысле. Конечно, дело в том, что мы так или иначе найдем варианты таких решений. Я тем более, то есть как бы сейчас достаточно кардинально поменял работу структуры служб. Эта работа связана с отделами, с управлениями, которые занимаются обращениями граждан. Это совещание с муниципалитетами в режиме видеоконференц-связи. Я все равно сменю структуру, то есть поскольку определенные инструменты за этот год, то есть как бы, ну, уже они доказали свою эффективность, но в конце концов, то есть как бы потеряли актуальность, то есть как бы необходимы там другие способы и формы работы. Я найду варианты, как выяснить реальную обстановку, не то чтобы выяснить, а дойти там до каждого там квадратного метра территории в каждом муниципальном образовании. То есть вы в отпуск пока не собираетесь, да, в этом смысле длительной работы? Или все-таки отпуск у вас бывает иногда? Один раз был 3 дня, то есть в данном случае провел их на работе. То есть как бы вот в этом году планирую отпуск, возьму на неделю, но с определенной целью. То есть как бы в отпуске тихонько сяду сам за руль и поеду по нашим всем регионам. Обещаю, посещу все муниципальные образования в одиночку. Я просто в данном случае как раз не хочу создавать определенный ажиотаж. Проеду все дороги, посмотрю, где, как убирается территория. Там, в данном случае, какие меры предпринимаются должностными лицами. Составлю для себя свое представление, уже непосредственно увиденное своими глазами. Не со слов, не с докладов, не с писем, не с совещаний в режиме видеоконференц-связи. То есть в данном случае, ну так, в разведку выхожу. Вот отпуск будет проведен за рулем. Ну, отвлекусь все равно немного, но вот... Один день, я думаю, где-то искупаюсь все равно. Больше недели отсутствовать не буду. На задание выехал, так что... Ну, такое задание под прикрытием. Это очень интересно, честно говоря, будет, я так думаю. И многие, наверное, сейчас покрылись холодным потом и выстраивают по-новому. Да нет, на самом деле, ну, чего там, те, кто системно руководители работают, а таких тоже много, то есть и руководители муниципальных образований, нечего переживать. Здесь, на самом деле, все проблемы находятся на виду. Да, есть работы, которые на сегодняшний день невозможно видеть там, ну, просто поскольку это там, ну, связано там с заменой там труб, там, со строительством каких-то узлов, я имею в виду с точки зрения там строительства газопровода или еще что-то. Ну, то есть то, что не видно простому обывателю, ну, можно увидеть только при подъезде на объект. А есть визуальные, в данном случае, критерии, по которым можно определить состояние дел. То есть это в общем чистота, это в общем состояние дорог, это в общем состояние придомовых территорий в данном случае. Понятно, что не у всех есть деньги, понятно, что их постоянно не хватает. Но я говорю всегда, если хотя бы есть план для себя, то есть как бы конкретно утвержденный, мало того, этот план согласован с общественными советами, в общем, обсуждался с людьми, то есть и люди знают, там, какие меры будут предприняты, каждый знает, когда его будет отремонтирован двор, когда будет отремонтирована подъездная дорога и так далее. Да, чудес не бывает, это невозможно сделать все за один год и так далее. Но тем не менее, то есть, как бы, я считаю, что многие вопросы можно было бы решить, если бы на это было желание. То есть, ну, просто вот необходима воля для там конкретных вещей. Иногда просто деньги даже для этого не нужны. Поэтому я свое представление о территории глазами, ну, обывателя на сегодняшний день, вот в одиночку путешествующего, поверьте, составлю. Проеду, ну, я думаю, что 1000-3-4 проеду километров крымских дорог из наших 14 тысяч. Ну, все, наверное, в принципе, там не осилю, но постараюсь побывать в 50% населенных пунктах, в том числе и сельских. Разведвыборс. Рейд по тылам противника. Будет интересно. Ну, это не противника, почему, ну, да, противника? Понятно. Это на самом деле просто, еще раз говорю, создание конкретной картины, реальной того, что на месте происходит. Вот и все.
Будет интересно в любом случае узнать результат. Я все-таки надеюсь, что это, я расскажу, Сергей, это будет тайная акция, но все-таки я надеюсь, что что-то мы узнаем. По поводу, вот немножко поподробнее вы перед этим сказали, по поводу изменения формата взаимодействия с местными властями. Вот если чуть-чуть это дело расшифровать. Ну, мы проводили регулярно по средам в прямом эфире совещания с муниципальными образованиями в режиме видеоконференц-связи. Этот режим... Ну, свою эффективность доказал во время того, когда у нас было отключение света, террористический акт, когда был совершен на территории Украины. Ну и, конечно, вот этот режим нас на определенном этапе спас. После этого главы администрации попросили, чтобы этот режим оставили, то есть как бы, ну, уже на более длительный период, и посмотреть, какой даст эффект. Считаю, что определенные результаты все равно успешные есть, но, тем не менее, то есть выяснилось, что этот режим все равно отдаляет нас, то есть как бы, от конкретных решений, отдаляет от возможности увидеть что-то своими глазами, восприятие через телевизор, да, с точки зрения экономии времени там, для должностных лиц, то есть, ну, в общем, оптимизации как бы работы, это инструмент полезный. Однако, с точки зрения понимания того, что происходит, ну, далеко не все так, как говорится. Поэтому, на мой взгляд, лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. А вот я этот стиль поменяю. Мы с 1 сентября всю эту работу переформатируем. Один из последних совмин месяца, ну, в последнюю неделю месяца будет проходить именно посвященный только муниципалитетам с приездом всех в здание Совета Министров на заседание совмина. Будут конкретные критерии, по которым мы в данном случае будем общаться с муниципалитетами, то есть с тем, чтобы мы понимали, в какой ситуации мы находимся, и можно было своевременно принять решение. Ну а то, что я буду чаще выезжать сейчас в регионы, то, что я найду вариант, поверьте, то есть как бы, как добиться исполнения конкретных решений тем или иным путем. То есть как бы не смогу добиться, ну что делать, значит, будем честно прощаться, пожав друг другу руки. Ну и кто-то будет искать другую работу. Ну а так, кстати говоря, знаете, на федеральном уровне во многих российских регионах есть такая практика давать, ну как бы, испытательный срок, назначать в качестве временно исполняющего обязанности. Ну для того, чтобы потом, опять же, не разочаровываться в человеке и не ждать, пока там выйдет срок или что-то в этом роде. Может быть, в Крыму тоже это имеет смысл делать? Сергей Александрович, как вариант подходит. При этом я могу сказать, что я, в принципе, в течение всего года как раз и занимался, наверное, подбором кадров, формированием определенного кадрового резерва. То есть как бы я в том числе, то есть как бы дал коллегам передышку. Ну, это не в плане того, что у них была какая-то льгота на неисполнение поручения, а просто там был другой стиль на этот счет работы. При этом я вижу, что, ну, зачастую, то есть как бы не добиваемся результата. А определенные приезды, ну, вот в данном случае, особенно если об этом знают местные руководители, то есть как бы заканчиваются тем, что подготовка идет, да, некоторые там и дорогу подсыпают и так далее. То есть как бы как только уехали, ну, на следующий день люди звонят, говорят, вот ровно на том же месте что-то или строят, или садят, неважно, то есть как бы, ну, в данном случае. Ну, то есть все вопреки тому, о чем говорили за день до этого. Но это уже мои проблемы с точки зрения контроля. Я понимаю, что уже когда люди обращаются ко мне как последняя инстанция, это не реализуется. Конечно, то есть как бы они испытывают, ну, и определенное раздражение, справедливо и так далее. То есть поэтому моя эта задача — усилить сегодня органы исполнительной власти на местах, муниципалитеты, на самом деле, то есть как бы создать условия для государственных служащих, всем, чтобы могли эффективно и честно выполнять свои обязанности, всем, чтобы они вникали в те проблемы, которые, с которыми приходят к ним граждане, то есть не давали формальные отписки в данном случае, а вот выходили с конкретными предложениями, ну или, по крайней мере, честно говорили, то есть, ну, разобравшись в деталях о том, что вопрос вот в данной ситуации решить невозможно. Но могу сказать, все равно без помощи государства ни один человек, находящийся в тяжелом положении, если он попал по объективным причинам, от него независящим остаться не должен, так или иначе. Поэтому все только зависит от желания. И я перестраиваю сейчас работу, практически уже перестроил отдело по работе с обращениями граждан, тех, которые поступают ко мне, поскольку на первом этапе, опять же, 2014-2015 год, то есть горячая линия Совета Министров, моя страница в Facebook, то есть как бы в данном случае пользовались почему популярностью, поскольку быстро, достаточно оперативно решались вопросы, их было не такое большое количество. Сейчас, и с учетом того, что объективно есть моменты, связанные с ухудшением обстановки где-то, ну, в каких-то конкретных регионах, количество жалоб в том числе увеличилось. Ну, вот у меня сегодня в неделю в общей сложности поступает около 1100 обращений, от 1100 до 1500 обращений в неделю. То есть, ну, в месяц, соответственно, от 4,5 до 6 тысяч. Ну, для того, чтобы проверить все, и мало того, то есть как бы я сегодня еще и от коллег требую в данном случае, чтобы после того, как рапортуют должностные лица, был отзвон и прямая связь с каждым обратившимся гражданином, дабы понять, насколько решен вопрос. Потому что, ну, вот получается так, что, ну, наверное, около 30-40% обращений, к сожалению, то есть как бы качественно рассмотрены не были. Может быть, даже и больше процентов, я затрудняюсь сказать, мне сегодня сложно какую-то динамику сделать, но, в принципе, никогда такого объема обращений ни при какой власти, никогда Совмин Крыма не рассматривал. Ну, а в год это около 60-70 тысяч, то есть как бы отстроить по ним систему контроля и, мало того, то есть найти вариант решения для каждого обращения,
ну, бывает очень, очень сложно. И иногда не бывает стандартных линейных решений, а просто вот в принципе я бывает сажусь и говорю, хорошо, давайте найдем вот вариант прямо, допустим, там по человека. При этом это не значит, еще раз я говорю, что я здесь обладаю такой властью, даже в принципе, там, что я могу решить все. Этого на самом деле, наверное, не может никто. То есть, но еще раз говорю, вникаю вот практически во все обращения, я их читаю все сам. То есть коллеги приносят, тут у меня сегодня каждый день практически там, ну, от 100 до 200 обращений, которые я все читаю, вникаю в суть и так далее. То есть как бы это поступающие в том числе там, в письменном виде. Ну, знаете, это как ни парадоксально, увеличение количества обращений, оно с одной стороны говорит о том, что люди недовольны чем-то, но с другой стороны это говорит о том, что люди считают, что они могут достучаться. Они считают, что они могут чего-то добиться. Если есть качественный ответ, да, то считают, что да. В то же время наоборот здесь получается и обратная тенденция. Если люди, то есть добившись, обратившись ко мне на горячую линию, вовремя ответ не получили, понятно, у них возникает претензия ко мне, хотя я зачастую, вот я просто физически не успеваю, понятно, при том объеме загрузки, которые есть у меня, я физически не успеваю дойти до каждого вопроса. Есть ошибки, есть пробелы, иногда обусловленные просто действительно огромным количеством документации. То есть вот и все. Иногда человеческий фактор срабатывает. Разные есть нюансы, но в любом случае, как всегда, весь негатив-то ложится все равно на меня. Кто кому что не решил, ну кто у нас, как всегда, крайне за все, у нас есть назначенный на эту должность человек. Тот, кто первый вышел, того и бьют. С другой стороны, в этом и есть ответственность. Я к этому привык. Да, в этом и есть ответственность. А обратная связь, вы правы, это очень важно, потому что иногда людей раздражает то, что с ними не хотят разговаривать, банальные, то, не хотят абсолютно слушать, банальные вещи. То есть, как бы я в том числе оцениваю уровень работы должностных лиц по количеству жалоб, поступающих из конкретного региона. Как правило, 90% обращений, поступающих на мои страницы в социальных сетях, на телефон горячей линии, в данном случае, они касаются конкретных местных проблем и могли бы быть решены на месте. Как правило, то есть как бы за редким исключением, там, наверное, около 5% обращений требуют каких-то законодательных мер, там, внесения изменений в какие-то нормативные акты и так далее. То, что нельзя решить. А все остальное, ну, проблема зачастую, то есть касается того, что просто людям не уделяют должного внимания. То есть как бы добиться того, чтобы чиновники, правильно вот женщина сказала, то есть как бы должны ходить руководители муниципалитетов по улице. И на самом деле, ну, я сегодня себе представляю размер, так сказать, задач, которые стоит перед каждым руководителем города. Поверьте, они, ну, на моем фоне достаточно несложные. Тем более, когда ты отвечаешь за территорию, которую ты можешь объехать в течение получаса. Ну, я знаю, что это можно контролировать все самостоятельно. Поэтому для меня, и в том числе те причины, которые представляют в части невыполнения там, задач конкретные муниципальные руководители, зачастую не являются достаточным аргументом. Так что я говорю, коллеги, я бы на вашем месте это все сделал раньше. К сожалению, клонировать себя не могу, и зачастую, то есть, ну, приходится нести ответственность, ну, в том числе и за свои кадровые назначения. В общем, местное самоуправление — это такая проблема очень сложная. Вот когда в России в свое время принимался соответствующий федеральный закон, много говорили о том, что, вот, знаете, это немецкая модель, она теперь будет работать прекрасно, все будет как в Германии. В итоге дырка на дырке, проблема на проблеме, здесь надо менять, тут надо менять. То есть нету рецептов абсолютных, и оптимальную форму выработать очень сложно. Вот, может быть, в Крыму тоже назрела административная реформа. Я знаю, что вы некоторое время назад говорили о необходимости упразднения некоторых должностей, а также о возможном, так сказать, территориальном решении некоторых проблем. Вот все-таки, может быть, необходимо к 2019 году подойти с уже готовым проектом реформы местного самоуправления в Крыму, и это, по крайней мере, часть проблем решит. В 2019 году мы с Владимиром Андреевичем Константиновым договорились, что внесем предложение по внесению изменений в части административной реформы. Ну, я считаю, что руководителем должен быть один человек на месте, у него должна быть полнота власти, достаточно полномочий для решения любых вопросов, которые касаются конкретного муниципального образования. Все остальное, то есть как бы, когда две фигуры руководят на месте процессом, то есть равнозначные две должности, зачастую это приводит к ненужной конкуренции, ну, к ненужному соперничеству и так далее, то есть вредит по итогу результатам работы. Так что мы такой процесс однозначно затеем, и я перед выборами 2019 года, поскольку, ну, это просто процедуру надо пройти, мы все равно такую административную реформу проведем. Это в том числе, мы сейчас обсуждаем и детали, то есть проясняем, это и укрупнение, но в том плане, там вот будет там Белогорск, там Белогорский район. Ну, смысл, то есть, как бы там держать, допустим, в городе Белогорске, то есть, как бы депутатский корпус и так далее, если в данном случае будет оптимально, если будет одна районная администрация, в данном случае управлять этим процессом. Да, есть вопросы с тем, что разный статус у города, у села, там есть свои вопросы, связанные там с получением льгот, с решением
различных там процедур, так или иначе. Но тем не менее, я считаю, что вопрос укрупнения, а это значит, что это уменьшение количества и депутатского корпуса, и чиновников вести надо. То есть это оптимизация, и в таких относительно небольших городах, я считаю, что районная администрация в состоянии будет выполнить все задачи. Но это после того, как каденция нынешних депутатов уже подойдет, соответственно, к концу. Но процедуры все, в принципе, и предложения мы будем разрабатывать все и предлагать в этом году. А можно так совсем еще попроще, чтобы люди просто поняли, да? Когда вы говорите о двух руководителях, вы что имеете в виду? Вот это какая-то ситуация двоевластия, имеется в виду руководитель исполнительной власти? Это председатель совета там, и глава администрации. То есть, в данном случае. И они практически на сегодняшний день равны, то есть и зачастую конфликтуют. Вот в некоторых муниципалитетах в данном случае это вредит конкретным результатам работы. Я уверен, что я эту задачу решу так или иначе, а узлы я все распутаю буквально в ближайшее время. Тем более, то есть у меня понятные на самом деле острые точки, понятные муниципальные образования, в которых наибольшее количество проблем, они примерно одинаковы, но там, где руководители в данном случае проявляют большее внимание гражданам, уделяют внимание решению конкретных вопросов и вообще общению для того, чтобы рассказать о том, что делается, как делается, то есть обозначить свои возможности, подсказать пути решения тех проблем, с которыми люди к ним обращаются, там ситуация более-менее нормальная, даже если нет конкретного ресурса на сегодняшний день для решения вот сиюминутных задач. Даже там, где если нет возможности эту дорогу сделать. Там же наоборот, где контакт слабый в силу тех или иных причин, зачастую не в плане умысла. Там ситуация, конечно, достаточно далека от идеала. И вот сегодня, могу сказать, тяжелая ситуация, достаточно связанная с уборкой и вообще с формированием. Это Ялта, ну уже вопросы приняты решения. Ялта, Алушта, Феодосия, Кировский район. То есть на самом деле, то есть как бы есть вопросы к качеству работы должностных лиц. Я сейчас не говорю о том, что это завтра будут отставки. Это касается и города Симферополя на самом деле. То есть, поэтому я все решения приму и озвучу до 20 августа. И мы не говорим сейчас, что вот я вот назвал районы, и сразу завтра все они будут уволены. Я после своего объезда делаю реальную картину. Мало того, я общаюсь с простыми гражданами, ну и ко мне поступает эта информация, но особенно после 23 часов, то есть как бы в этом реальном положении дел, встречусь со всеми без исключения людьми, которым я доверяю, знаю на местах, которые не находятся в органах власти, повыясняют реальную обстановку. И, уверяю вас, в августе месяце сделаю правильные выводы из всего произошедшего. И все-таки я уточню, так сказать, назойливо. И вот эта оптимизация, скажем, когда не будет двоевластия, она на жизни конкретных людей, крымчан, как скажется положительно? Будет более эффективная работа? Будет проекты как-то продвигаться эффективнее? Или что вообще будет? Сергей Александрович, только эффективность работы, конечно. То есть должны решаться конкретные вопросы. Вот на сегодняшний день у нас выделяется достаточное количество средств на решение там социальных задач и правительством Российской Федерации, и правительством Республики Крым. Поэтому, на мой взгляд, даже в рамках выделения этих средств, если правильно, точечно определить приоритеты, пониманием, то есть как это дальше будет выглядеть, но, на мой взгляд, и сегодня можно создать достаточно комфортную, нормальную среду. И не только в городе, но и в любом поселке. И насчет территории, последний вопрос, чтобы здесь вот. Вообще, это, так сказать, общефедеральная тенденция укрупнения субъектов федерации и прочее. И на местах во многих субъектах она тоже проходит. Вот вы упомянули Белогорск. А можно вот по территориям примерно пройтись? Вот кого может коснуться подобная реформа? Красноперекопский район, Бахчисарайский район, Белогорский район и так далее. То есть наличие районного центра в данном случае, ну, я считаю, что это не необходимость там. Но есть определенные вещи. Статус, вот еще раз говорю, вопрос надо решать, потому что город, ну, он должен оставаться дальше городом, не становиться там поселком городского типа или районным центром. Но в любом случае, в рамках административной реформы мы все эти вопросы, я не сомневаюсь, проясним. Но еще раз говорю, то есть как бы оценку все равно вот должностным лицам всем поставлю в этом месяце. Жалоб, к сожалению, то есть как бы на сегодняшний день и на чистоту, и вообще, то есть как бы на незаконную торговлю, там, ну и так далее, то есть как бы поступает огромное количество. Обещаю крымчанам, что без внимания ни одну жалобу я не оставил. В данном случае рутина иногда, да, отвлекает, то есть как бы от процессов формирования и в данном случае, ну, решения каких-то других глобальных вопросов, они тоже есть с точки зрения формирования нормативных актов, решения законодательных вещей отнимают достаточно большое количество времени в силу того, что надо в детали вникать каждого процесса. Ну, тем не менее, и на это я время найду. Ну, давайте этот вопрос с местной властью на этом, так сказать, закроем. Пусть представители этой власти, которые нас сейчас смотрят, отойдут, попьют водички, так сказать, отдохнут, немножко расслабятся, а мы перейдем к следующей теме. Мы их не собирались брать на испуг, на самом деле. То есть, как бы, говорим просто о том, что это вопрос не к тому, что там меня сейчас где-то будут ждать. То есть, я сказал, я обещаю, я проеду практически все, ну, не практически, районы все точно проеду, может, до села до каждого не доберусь. Но, поверьте, найду возможность, я человек настойчивый, по крайней мере, свое представление, то есть, обо всех и обо всем правильно составлю. Хорошо, давайте перейдем к обсуждению итогов социально-экономического развития Крыма в первом полугодии 2017 года. Мы на эту тему подготовили инфографику.
Ну, вот итоги первого полугодия мы видели. Все-таки при всех проблемах, на самом деле, динамика есть, и она достаточно существенная. Но мне в этом смысле даже интереснее, причем не только, так сказать, по встрече с вами, но и по моей работе в Москве, так сказать, на каких-то московских площадках. Интересен вот документ, который я нашел на... Сейчас его вывесили на сайте правительства, и он тут сравнивает темпы роста и вообще, так сказать, экономические показатели Крыма за прошедшие 3 года и затем, например, и за сопоставимый период в составе Украины. Потому что сейчас, знаете, разные недоброжелатели начинают вот это вот муму по поводу того, что вот, мол, а вот мы думали, а на самом деле, а вот тогда на Украине... Украинский период многие забыли уже. Да. Кажется, вообще, люди быстро забывают плохое, вот, а к хорошему очень быстро привыкают. Хотя, еще раз говорю, проблем много. Но вот, тем не менее, вот смотрите, прирост объема внутреннего регионального продукта, то есть, грубо говоря, сколько производилось в Крыму? 13-й год 1% прироста, 12-й год минус 1,2%, 15-й год плюс 8,5%. Прогноз на 16-й плюс 7,1%. То есть совершенно четкие показатели того, что на самом деле экономика Крыма, несмотря на санкции, причем двойной режим санкций, я бы даже сказал, даже тройной, потому что ряд российских компаний продолжают Крым как бы игнорировать из своих там вот этих глобалистских убеждений. Несмотря на этот тройной режим санкций, явный кратный рост производства в Крыму. Нам, Сергей Александрович, мы всегда говорим, то есть, как бы, кроме того, что цифры есть на бумаге, все равно надо дойти до того, чтобы в кармане каждого человека там появились средства. То есть, как бы, это все равно разные вещи. Статистика, она есть на самом деле, и динамика положительная, и ее не отнимешь, и цифры не спрячешь. Зачастую просто результаты этого труда, они не всегда видны. Да. Какой результат видит зачастую человек, и по которому оценивает ситуацию. Если он выходит утром с подъезда, у него в подъезде все хорошо, лифт работает, подъезд подметен, придомовая территория полностью убрана, отремонтирована и так далее. Однозначно, то есть, как бы нужно. А какой результат не видят? Это строительство, допустим, там мы просто говорим, узлов, там, водоводов, ремонты там в детских садах, ремонты школ и так далее. То есть те учреждения, куда ходят постоянно, там, да, там заметные перемены. Те объекты, то есть, как бы, на которых ограничен доступ граждан, а таких много, то есть это объекты транспортной инфраструктуры, инфраструктуры связи, топливо-энергетики. То есть в данном случае эти результаты просто, ну как, сложно увидеть и пощупать. Мы их только ощущаем, что там свет, к примеру, не отключает, значит, да, там подстанция КАФа работает, так или иначе. Но в любом случае информирование людей о конкретных результатах работы, о количестве там введенных в эксплуатацию объектов, о количестве денег, потраченных на эти объекты, должно быть в открытом доступе, причем в понятной и простой форме. Вот я по федеральной целевой программе сегодня коллегам сказал, в понедельник на портале правительства достаточно укрупненные клетки такие опубликуют и расскажут о том, что мы будем делать в рамках федеральной целевой программы, куда идут деньги, дабы не было рассуждения о том, что вот мы там в данном случае, что у нас денег столько, что мы можем за один день решить все вопросы. Не можем. Даже в рамках федеральной целевой программы на сегодняшний день 60% практически программы — это дорога Таврида и мост. Объекты, которые несомненно нужны. Но нас почему оценивают? То есть опять же гражданин выехал на дорогу, на обыкновенную, на проселочную, на ней ямы. Конечно, ну, однозначно, какая оценка органов власти? Ну, самая негативная. Но, тем не менее, и до этого доберемся. И я считаю, что плановость определенная, то есть принятие решений у нас есть. Видение, как это сделать, есть. Не все еще инструменты определены. Не все источники финансирования еще определены. Не все вопросы, то есть как бы решены для того, чтобы можно было сказать, все он составлен окончательно. Но понимание, как это сделать, есть. Ну, конечно, каждый конкретный гражданин, он судит в первую очередь потому, что у него есть в кармане или чего у него в кармане. Ну, это справедливо на самом деле. Это справедливо, это абсолютно так, но все равно вот это макроэкономические показатели большие, они рано или поздно все-таки доходят и до конкретных людей. Они просто говорят о том, что все равно экономика в регионе живет, рабочие места есть. Есть, конечно, проблема есть и с уровнем заработных плат. На самом деле, то есть, как я понимаю, и со многими позициями не согласен. Мало того, эту же озабоченность и правительство Российской Федерации разделяют. И поверьте, и премьер-министр, и коллеги из правительства точно так же думают о том, как поднять уровень доходов населения ежедневно. Тем более, на это есть всегда поручение нашего президента, и на это в первую очередь обращают внимание. И задача, конечно, исходит из того, что надо в первую очередь, конечно, учесть все моменты, связанные с работой бизнеса, то есть того бизнеса, который налоги платит. Есть проблемы сегодня, к сожалению, то есть как бы по работе непосредственно и общению органов власти с предпринимателями. Много нерешенных вопросов, много бюрократических процедур, достаточно сложных, которые трудно пройти, непонятных предпринимателям. То есть как бы я обещаю, что мы с 1 сентября по предпринимательской деятельности, мало того, что мы сейчас проводим определенные опросы, то есть как бы и фиксируем основные проблемы, ну, которые мешают людям нормально развиваться, нормально решать свои вопросы, зарабатывать деньги. То есть
есть я однозначно, то есть всем промониторю, по всем вариантам будут предложены решения. Зачастую, то есть я эти проблемы увидеть не могу, но докладывают руководители подведомственных подразделений о том, что да, все в порядке. Как только выходишь на место или проводишь там следственный эксперимент в части там, возможности юридическому лицу там, сделать оплату за электроэнергию, понимаешь, что далеко не все так просто, то есть как говорят определенные должностные лица. Но в любом случае, то есть как бы создание комфортного бизнес-климата – это та цель, на которую правительство настроено, ну, если не в приоритете, то, наверное, это одна из главных задач. Налогоплательщикам будет везде зеленый свет. Мы тоже формат общения, режим обращения ко мне с предпринимателями, с тем, чтобы можно было и имелась у них возможность достучаться, я все равно сорганизую. Мы к 1 сентября предложим достаточно новые эффективные инструменты, которые дадут ну, достаточно быстрый, по крайней мере, в отношении процедур результат. Ну, тем более, что предприниматели, давайте говорить честно, это те, кто пострадал от переходного периода, наибольшим, у кого есть большие проблемы. Наибольшим образом, малый и средний бизнес. Сегодня есть проблемы во всех контролирующих органах и в тех, где надо получать разрешение. Ко мне регулярно обращается большое количество людей. Я уже в общем суть проблем главных, то есть в различных органах контролирующих, ГУПах, комитетах, то есть которые дают конкретные услуги, выдают какие-то разрешения, справки, согласования, я уже в общем понимаю, поскольку процесс изучения всех регламентов Министерством экономического развития идет достаточно быстро. То есть у нас сейчас запущены, то есть по сути эксперименты, но не эксперименты, а просто, так сказать, опыт проводим, то есть как бы идет там гражданин, вот у меня даже коллеги, которые со мной ездят, мои помощники, там, ребята с охраны, то есть, как бы, когда идут платить, там, и производят оплату, там, жилищно-коммунальные, допустим, какие-то платежи осуществляют, еще что-то, то есть, я всех прошу, засекайте хронометраж, сколько времени заняло прохождение конкретной процедуры, где можно эту процедуру пройти в данном случае, насколько далеко от того места, где работает и так далее, то есть, в общем, оцениваем удобство. К сожалению, зачастую некоторые вещи, то есть, можно решить абсолютно без всяких, я имею в виду, без материальных ресурсов, а чисто административным способом, оптимизировав систему или приема граждан, или выдачи документов и так далее. Но зачастую, что могу сказать, руководители на месте, то есть не стремятся к этому вопросу. Опять же, то есть это не подвод под одну гребенку всех руководителей, всех органов власти. Это говорит о том, что на каких-то основных конкретных направлениях, которые касаются бизнеса, к сожалению, результата мы еще не получили. Поэтому по предпринимателям Министерство экономического развития готовит отдельную программу выяснения и мониторинга тех проблем, которые людям мешают нормально жить и зарабатывать. То есть как бы я тоже дойду здесь до логического результата, дойду до финала. А финал это в том плане, чтобы Крым был таким регионом, приезжая куда, бизнес радовался, не говорил о том, чтобы, что для того, чтобы у вас открыть бизнес, у вас надо пройти 7 кругов ада здесь по месту, пройти по кабинетам, пройти неквалифицированных чиновников и тех, кто не желает, в принципе, то есть там брать на себя лишнюю нагрузку и отправлять документы по большому кругу. А что и инвесторы, и бизнесмены, в общем, крымского встречают, в данном случае встречают доброжелательно, как человека, который платит деньги в казну, который создает рабочие места и который, в общем, создает какой-то продукт. Я уверен, что мы до этого дойдем. Это слабая сторона еще нашей работы. Ну, вы начали об этом говорить, и все-таки хотелось бы немножко добить это дело. Да, что еще тормозит экономическое развитие? Потому что, действительно, показатели мы можем сейчас зачитывать, что тормозит. Вот, скажем, та же самая ФЦП. А распространенное мнение, и, я, насколько я понимаю, это в значительной степени правда, деньги приходят по ФЦП из федерального центра, но часть из них в конце года возвращается обратно, потому что не смогли освоить, не смогли составить проектную документацию и так далее, и так далее. Но здесь есть и субъективные, и объективные на самом деле причины. Субъективные, понятно, это недостаточная квалификация как должностных лиц, так и подрядчиков, которые выполняют определенные работы. Зачастую это просто элементарные ошибки, потом в результате которых неправильно оформляются документы, сносятся торги, то есть переносятся процедуры, а деньги бюджетные, с учетом того, что имеют определенную особенность, они все должны быть освоены, то есть мероприятия выполнены до конца года. Если в конце года они не выполняются, они возвращаются в федеральный бюджет. Вот у нас сегодня по той же программе ФЦП, это я говорю как объективную ситуацию, 26 торгов из 114 мероприятий, которые должны были пройти, снесены ФАСом, в данном случае торги отменены. Выход теперь, то есть следующую процедуру может состояться только через 1.5-2 месяца. По новой, то есть готовится пакет документов, по новой идет на 44-й федеральный закон, выходит на конкурсные процедуры. И не факт, опять же, что они пройдут. То есть это объективные причины, которые обусловлены тем, что 44-й федеральный закон, к сожалению, несовершенен. И не дает возможности в данном случае достаточно быстро принимать эффективные управленческие решения. Другое дело есть, что были ошибки и изначально допущенные при формировании самой программы. То есть условно в 2014 году для того, чтобы заложить параметры в бюджет, мы с колес формировали программу, просто то есть, набирали то есть, перечень объектов, по которым у нас была информация. Это мы говорим о том, что их состояние то есть, не соответствует на сегодняшний день никаким стандартам. И, соответственно, то есть, пытались определить на глаз
на глаз методом подбора объектов-аналогов на территории Российской Федерации определить стоимость конкретного объекта. То есть это было все настолько приблизительно. Ну, во-первых, крымчане, те, кто составлял такие документы, они в принципе и не могли там какой-то точностью обладать на самом деле, поскольку... Ну, конечно, поскольку не проходили, то есть эти процедуры никогда в жизни, то есть как бы, ну, пальцем в небо, то есть была ситуация. То есть и я даже коллегам иногда, ну, как претензии предъявить не могу, но что я могу сказать? Тогда вот там было такое время. Быстрее, быстрее, быстрее внесем изменения. Ну, как пример, Ялтинский тоннельный водовод, то есть, который стоял в программе ФЦП, стоял 3,5 миллиарда рублей с точки зрения общей стоимости. После выхода документов из главгосэкспертизы стоимость этого объекта стала 8,7 миллиарда. Ну, законным способом, действительно объективно обоснованно. Источника финансирования под мероприятие нет. Ну, в данном случае, где взять? То есть дополнительные там 5,5 миллиардов рублей. Вот сейчас обсуждается вопрос, что если не найдем источник или не перекинем с других объектов, опять же переносить это мероприятие там на другой год. Ну, вот такие моменты, конечно, влияют на процесс формирования программы. То есть, как бы, мало того, то есть команда сбивалась-то, по сути, на ходу на тот момент. То есть, как бы, никогда такого объема, как ФЦП, а это строительство, проектирование свыше 600 объектов. Ну, 87 детских садов будет построено. Вот построено и реконструировано в рамках федеральной целевой программы. 18 школ, то есть будет две новые больницы, по сути, построены. Одна вообще 9 миллиардов, эта больница будет, ну, наверное, один из лучших центров будет в Российской Федерации по поручению президента, который строится. То есть в данном случае никогда такого количества объектов, в данном случае такими силами, с таким уровнем оплаты, никто никогда в данном случае на территории республики не решал. Я думаю, что и по субъектам страны, если пройти, то есть как бы аналогичных задач, я имею в виду с точки зрения сроков, квалификации кадров и так далее, наверное, никогда не было. Так что есть вещи, за которые я, в принципе, своим коллегам и не могу предъявить какие-то претензии. Но важно что, что на сегодняшний день у нас, в принципе, уже создан проектный офис, то есть мы понимаем, что происходит. В данном случае считаю, что как раз Виталий Германович Нахлупин, мой заместитель, сумел сформировать на этом этапе достаточно нормальную команду, которая обладает определенным управленческим опытом в данном случае. И мы на сегодняшний день вот, видим, что реализация программы идет, да, не гладко, то есть да, есть определенные пробуксовки, но тем не менее, то есть могу сказать, что сдвинулось существенно от 2016 года. В этом году мы планируем все 52 миллиарда рублей, которые были обозначены в подписанном соглашении с Министерством экономического развития Республики Крым, освоить, то есть выполнить все возложенные на нас мероприятия. И опять же, когда говорят, много денег, то есть, конечно, много. Только, допустим, в этих там, 52 миллиардов, там, 18 миллиардов – это дорога Таврида, 4,5 миллиарда – это подходы к дороге Таврида и так далее. То есть, ну, можно говорить что угодно, на эти объекты деньги нужны, но человек, выезжая, опять же, на свою сеть дорожную, то есть, как бы, там, в селе, то есть, как бы, конечно, говорит, а что они делают при таком количестве средств. То есть, это нужно искать дополнительные ресурсы, и на следующий год мы непосредственно, то, что касается, в первую очередь, дорожного строительства, создания дополнительных мест в детских садах, то есть, как бы, эти все вопросы будут решаться. Хотя при этом по детским садам могу сказать, в этом году у нас будет 11 модульных детских садов построено общей емкостью 1100, мощностью 1100 человек, то есть, ну, будет около 1100 детей будет в эти детские сады ходить. И будет 11 детских садов по программе, по федеральной целевой программе будет реконструировано и несколько построено с нуля. Но это тоже решит вопрос, то есть снимет у нас очередь где-то на 2500 мест. Но, опять же, такие вот задачи, когда мы формировали на изначальном этапе, вся очередь, которая у нас была, там на 2015 год мы, когда пытались сформировать позицию, у нас было около 18 тысяч человек стояло в очереди на место в детский сад. За два года мы решили и построили объектов для того, чтобы ввести в эксплуатацию 10 тысяч мест, но при этом на сегодняшний день мы очередь имеем 23 тысячи детей на поступление в детские сады. То есть, ну вот как можно было предположить, допустим, что мы, увеличивая динамику, люди не записывались никогда, никто не верил в то, что когда-нибудь, то есть государство Украина решит такие вопросы, то есть как бы никто никогда в очередь не становился. Но сейчас, когда уже все понимают, что да, это не просто пустые слова, это реальные дела, то есть как бы и можно своих детей отводить в комфортабельные учреждения, то есть где за ними там смотрят, где их хорошо кормят и так далее, то есть как бы, ну, все стали подавать документы, и вот сегодня, то есть мы, получается, имеем определенный рост. И тоже, как спрогнозировать, вот как мы могли знать, вот база была такая, вот сегодня вот такая ситуация. При этом, вот опять же, в рамках федеральной целевой программы, вот эти 87 детских садов, будет, это где-то будет около 17 тысяч мест, вот, но которые все равно нам вопрос окончательно не решат. Мы на следующий год планируем программу строительства модульных детских садов расширить значительно. Сейчас обсуждаются источники финансирования. С Дмитрием Николаевичем Казаком я на эту тему общался. Ему всегда спасибо. Он на нас куратор и помогает, всегда вникает во все без исключения проблемы. То есть мне очень комфортно и просто с ним работать. Думаю, что мы совместно найдем варианты решения этой задачи.
У нас скоро маленький перерыв, но я хочу добить дорожную тему. Смотрите, вот это интересно. Во всех абсолютно опросах дорожная проблема стоит на первом месте у крымчан. И вроде бы вот в сравнении с 2013 годом, опять же, обращаясь к этому документу, в сравнении с 2013 годом, то есть последним, так сказать, украинским периодом, мы видим по дорожному строительству рост в 12,8 раз. В пересчете на рубли в 2013 году было построено дорог на 1,8 миллиарда рублей, а в 2017 по плану на 23. То есть рост невероятный. Тем не менее, действительно, дороги строятся. Вот тот, кто приезжает по этим дорогам на машине с континента, что называется, да, он видит, что они есть. Но люди стали больше недовольны. То есть до них это дело не доходит. Вот все-таки по дорогам как будет обстоять дело? Я понял, что денег, выделяемых на эти вещи, чтобы дойти прям до каждого там поселка и прочего, не хватает. И тем не менее, как по дорогам эта проблема будет решаться? Делать это нужно. У нас получилось сконцентрировать, то есть, как бы, средства на то, чтобы изменить частично ситуацию в Симферополе. Правда, она недостаточна, хотя никто не может отрицать того, что сделана трасса Симферополь-Николаевка, трасса на аэропорт, объездная в сторону Ялты, в данном случае выезд из города Симферополя на Севастополь. Есть некоторые улицы, которые были сделаны, в том числе и на Украинке, но это еще 2015-2016 год. Но, тем не менее, конечно, задача кардинальная все равно не решена. При этом, с учетом повышенного количества транспортных средств, в разы практически, в 4 раза по сравнению с 2013 годом увеличилось количество транспортных средств. Никто такой нагрузки не планировал, не прогнозировал. И дороги, и в том числе покрытие, это касается и сельских районов, разрушаются гораздо быстрее. Конечно, каждый выезжая гражданин, особенно сегодня, с учетом того, что большинство семей имеют машины, слава богу, что есть такая возможность, конечно, на себе ощущает все прелести нашего дорожного покрытия. При этом хочу напомнить, что мы, когда возвращались на историческую родину, у нас в ненормативном состоянии находилось 85% дорог. Даже с учетом сегодня тех средств, которые выделяются. При том, что есть еще проблемы. Есть проблемы с нашими подрядчиками. То есть зачастую, вы же видите, даже государство, федеральное правительство выделяет достаточное количество средств. Тем не менее, есть определенные возможности наших подрядчиков. К большому сожалению, никто практически не добился выполнения в срок поставленных задач. То есть мы переносили деньги. Здесь спасибо нашему президенту, спасибо правительству опять Российской Федерации, что идут всегда навстречу. Но, тем не менее, то есть, как бы, работать в таких условиях вот в 2016 году было не актуально и не результативно. В этом году денег у нас на дорожное строительство 5 миллиардов 200 миллионов. Это на республиканском уровне выделено, и муниципалитетам направлено 1 миллиард 200 миллионов рублей. При этом это, конечно, все равно капля в море, но в нынешней ситуации этих денег недостаточно. Мы с коллегами на сегодняшний день готовим программу сельских дорог. То есть задача это не только столица сосредоточить, в данном случае все ресурсы. Просто столица это сегодня наше лицо. Почему столица? Конечно, и зачастую, то есть как бы сегодня турист, приезжая сюда, он в первую очередь куда попадает? В Симферополь. То есть это аэропорт, и даже если он заезжает через Керченскую паромную переправу, как правило, то есть как бы все проезжают через Симферополь. Это лицо, это фасад, который должен быть в том числе отремонтирован. Это возможность в данном случае показать, что мы цивилизованный регион, где вот есть самые элементарные предметы, есть самые элементарные удобства. Считаю, что, конечно, надо усилить работу на сельских дорогах. Вот в категорической форме считаю и добиваюсь сейчас принятия программы. Она будет 1 сентября будет озвучена, будет принята, будет план составлен. При том, что там ситуация достаточно, недостаточно простая, будем говорить, легче, чем на наших республиканских трассах, в том плане, что все-таки загруженность, я имею в виду нагрузка на дорогу в сельском районе, ниже, чем на трассе, допустим, Керчь-Симферополь. То есть здесь без всяких сомнений. То есть определенные способы. Вот мы с коллегами делегацию отправляли в Татарстан, то есть смотрели, как там формируют подход. Там, в общем, есть реальные планы, которые позволят привести наши сельские дороги в соответствие. При этом я буду еще обращаться в сентябре по дополнительным средствам, но там должны будут, наверное, быть дополнительные инструменты с захождением такого крупного подрядчика, как компания ВАТ, у которой есть определенные мощности большие, для того, чтобы даже те деньги, которые будут выделяться, чтобы они были освоены вовремя. И, может быть, там придется, так сказать, уйти от 44-го федерального закона с целью именно решения вопроса по восстановлению дорожной сети. При этом каждый день мы видим, что с учетом той нагрузки, которая есть, у меня каждый день регулярно поступает информация о том, что там вывалился кусок дороги, там провалился. Вообще понимаю людей, согласен, и они справедливо выдвигают свои претензии. То есть, как бы, при этом могу сказать, я тоже чудес сделать не могу. Даже при выделении средств в районе 10 миллиардов рублей в год на дороге, которые еще надо иметь мощности для того, чтобы выполнить работы на этот объем, мы все равно достаточно быстро результата не добьемся. То есть мы, получается, в год делаем около 250 километров дорог. При общей протяженности сети нашей по Республике Крым, это и муниципальных, межпоселковых дорог, 14 тысяч километров, из которых 85% в ненормативном состоянии.
То есть придется усиливать работу на этом направлении. Мы 1 000 000 000 рублей, я думаю, что получим еще в этом году дополнительно. Я говорил с коллегами, с Дмитрием Николаевичем говорил, и с Сергеем Макаровичем Назаровым. Вот сейчас, то есть, как бы обсуждается вопрос. Буквально, я думаю, что в понедельник мы будем иметь возможность дополнительно получить ресурсы из федерального бюджета на ремонт дорог. Но еще раз говорю, что это, наверное, сегодня один из видимых признаков работы органов власти. К сожалению, пока, то есть могу сказать, что, ну вот, по деньгам, да, есть проблемы, еще раз говорю, с освоением, но, тем не менее, темп и объемы недостаточны. Будем усиливать работу на этом направлении. Сейчас сделаем небольшой перерыв, а сразу после поговорим о медицинском страховании, украинских кредитах крымчан, их списании, туристическом сборе и самостроях в Крыму. Ну, мы снова в эфире, продолжаем наш серьезный разговор с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. И все-таки давайте продолжим по наиболее актуальным проблемам. Вот второе место обычно занимает недовольство жителей полуострова медицинским обслуживанием. И, насколько я понимаю, здесь есть и проблема переходного периода, и проблема старых кадров, и проблема недоступности, скажем, услуг тех или иных соответственного качества. Что происходит с медицинским обслуживанием в Крыму? Потому что действительно недовольства довольно много. На самом деле весь вопрос в процедуре. С точки зрения перевооружения, отрасли здравоохранения, ну, модернизирована так, как когда никогда в украинские годы этого не делали. У нас на сегодняшний день закуплено и уже установлено более 4000 единиц нового оборудования во всех больницах Республики Крым. То есть такого оборудования, которого не было здесь никогда. Но взять даже больницу Ливадийскую, которая вот сейчас новый корпус достроен, в данном случае это пристройка была, то есть высокотехнологичная. Ну, таких больниц по стране сегодня, по Российской Федерации, всего 5. То есть как бы одна из них находится в Ялте. Я такого оборудования не видел и даже не слышал о том, что такое есть. То есть мы с каждым годом, то есть, повышаем возможность проводить у себя высокотехнологичные операции, оказывать помощь медицинскую, ту, которую раньше никогда бы в Крыму не оказали. При этом и кадры на сегодняшний день здравоохранения, я считаю, достаточно квалифицированные, опытные, и те, которые люди могут оказать своевременно первую медицинскую помощь. При этом, конечно, система ОМС, она новая, как и для врачей сегодня, так и наших жителей крымчан. Ведь на самом деле, то есть процедура достаточно нестандартная. Я вот, на мой взгляд, то есть как обыватель, то есть могу сказать, что, конечно, система несовершенна. То есть как бы запись к врачу саму проблему вызывает. Это посещение поликлиники в первую очередь, это запись терапевту и дальше уже, соответственно, то есть возможность попасть к узкому конкретному специалисту. Ну, во-первых, есть и нехватка кадров. У нас сегодня некомплект в сфере здравоохранения. Около 800 человек. Это только так на первый взгляд. При этом есть специалисты узкие, то есть которые работают одновременно, к примеру, там, ну, в 3 поликлиниках. Вот мы разбирали там на прошлой неделе вопрос, там, что долго очередь в Керчи на попадание к специалисту. Но если там один эндокринолог на 3 поликлиники, допустим, один невропатолог, то есть на 2 поликлиники, который ведет там, допустим, один день в неделю всего ведет прием, но он разрывается в данном случае на части. Конечно, я понимаю, что возникает, ну, справедливое возмущение, да, то есть когда необходимо к врачу ждать 10, 20, а иногда и несколько месяцев, то есть как бы для того, чтобы попасть к узкому специалисту. Да, по острой боли, по острой ситуации, и в теории, и, наверное, все-таки в большей части происходит и госпитализация, и так далее, то есть как бы, ну, оказывается немедленная медицинская помощь. Но зачастую бывает так, что некоторые виды болезни распознать быстро же невозможно, человека особо ничего не беспокоит, но вот так как было, допустим, с онкологией, вот девочка выступала, когда на приеме, когда наш президент пресс-конференцию проводил, да, то есть как бы, ну, то есть что не определили правильно, или запустили форму, или не вовремя поставили диагноз, то есть как бы некоторые вещи, кажется, там болит спина или там болит нога, то есть ничего страшного, ну, как бы 2 месяца похожу, а за эти 2 месяца могут развиться определенные необратимые процессы, так или иначе. То есть, на мой взгляд, я на сегодняшний день могу сказать, что система сформирована, прежде всего, на федеральном уровне. Вот коллеги из других субъектов Российской Федерации тоже не выражают восхищения от работы самой системы ОМС. При этом, конечно, есть еще и субъективный фактор, то есть как бы, когда невнимание руководителей поликлиник в данном случае, то есть ведет к тому, что, ну, скапливаются очереди в коридоры, душно, то есть нет скамеек и стульев для пожилых людей и так далее. То есть как бы, ну вот на самом деле, то есть я считаю, что мы как раз вот на сегодняшний день проходим такую процедуру, опять же, хронометрирования получения, то есть всех разрешений. Вот у нас сейчас полностью вот, ну, своими ногами ряд коллег и моих помощников персонально обходит вот практически все учреждения здравоохранения с целью понять, то есть где, как, где, на каком этапе, причем конкретно не в общем здесь, каких специалистов, какой больницы, то есть как бы не хватает, где очередь формируется достаточно долго, где некомфортно ожидать, в принципе, этой очереди, ну и так далее. Ну и нами по итогу, я думаю, что будет в сентябре месяце внесены
предложения в части того, как эту систему, ну, не то чтобы если не изменить кардинально, то, по крайней мере, каким-то образом подогнать ее, в первую очередь, под нужды людей, но создать им достаточно комфортные условия. Ведь крымчане никогда с этим не сталкивались на самом деле. И, ну, да, там были определенные перекосы, да, не было расходных материалов. При Украине, когда обращались за первой медицинской помощью, надо было все привозить в больницу с собой, от зеленки, начиная всего остального, покупать за свои деньги, иногда и медицинский персонал поддерживать деньгами. Сегодня такой необходимости нет. Объем лекарств, выделяемых бесплатно, колоссальный. То есть, как бы, такого уровня поддержки льготным категориям граждан никогда не было. Поэтому, вот, на мой взгляд, в самой системе ОМС надо просто изменить процедуру в данном случае, с возможностью быстрого доступа к конкретным специалистам. Убрать многоступенчатость, то есть, как бы, с точки зрения того, что надо идти сначала к одному специалисту, потом ко второму и так далее. То есть, вот, это мое личное пока мнение. То есть, как бы, считаю, что внести эти изменения можно. Мы попробуем на примере Республики Крым. Но мы в сентябре месяце сейчас готовим. На самом деле это все равно, еще раз говорю, это федеральное законодательство, которое, даже если там условно будет рациональное предложение по внесению изменений, это не так просто и не так быстро сделать. Но считаю, что административными управленческими мерами в состоянии на месте все равно облегчить в данном случае жизнь гражданам в части получения и оказания необходимой медицинской помощи. Но эту работу будем продолжать. Ну, вот стараемся, еще раз говорю, вот пройти все этапы, то есть, как бы, своими ногами. Ну, вот спрашиваю и своих коллег, и вот вчера там вот было совещание рабочее, коллег спрашиваю, спросите у своих родных, кто доволен, допустим, тем, насколько быстро можно попасть на сегодняшний день к врачу. Ну, что могу сказать, 90%, да, говорит, недовольны, медленно, где-то некачественно, где-то еще что-то. Но, тем не менее, считаю, что возможность внесения таких изменений у нас есть и будет, и я над этим вопросом работаю. Но еще раз говорю, пока что это не в моей власти, в моих возможностях это сформировать вменяемое предложение, которое сможет результативно работать. Ну, вообще, я должен сказать, что от этой системы никто не в восторге. Вы сказали, вот крымчане с этим не сталкивались. Я могу сказать, что и многие россияне с этим тоже не сталкивались, да, раньше. Потому что система ОМС вызывает массу нареканий, и на региональном уровне пытаются эти нарекания местными программами каким-то образом сглаживать. Там кто-то создает программу привлечения врачей в субъект федерации, кто-то еще что-то делает. Вот. Но вообще мнение такое у многих людей. В России, я даже про Крым не говорю, что эта программа, то есть вот эта ситуация с ОМС, она очень часто, на самом деле, просто выталкивает народ в платную медицину. А эта платная медицина многим просто-напросто не по карману. Поэтому здесь все-таки я надеюсь, что здесь какой-то компромисс в республике будет найден. Но и воздействие на федеральное законодательство здесь тоже нужно. Потому что как раз вот эти новости с места, они все-таки каким-то образом влияют на то, что происходит. Сергей Александрович, вопрос не в новостях, а вопрос в том, чтобы предложить реальный инструмент. Критиковать-то могут все, это делать легче всего, говорить все плохо. То есть, как бы, здесь проблем-то никаких нет. Но когда спрашивают, я всегда говорю, предложите вариант решения вопроса. Если эти варианты есть, да, их надо продвигать однозначно и, ну, добиваться их решения, их принятия. Если этих вариантов нет, то, соответственно, и критику поднимать, на мой взгляд, тоже, как бы, нечего. Да, надо просто искать эти варианты. Да, это тяжело, да, это необычно, да, мы никогда этого не делали, тем не менее, но все в жизни бывает впервые. Я считаю, что и здесь рецепт, который позволит спокойно разрядить ситуацию, не создавать людям, ну, в данном случае, вот такие процедуры, при которых необходимо, ну, вот просто, то есть, ждать непонятно какое время и получать талончик, там, запись. Вот у меня вчера были от людей обращения. Запись там на там, сентябрь месяц. Ну, вот сегодня вот записали. Ну, вот как? Ну, что такое? 2 месяца? То есть, как бы, можно и помереть. Так оно и есть на самом деле. То есть, как бы, поэтому, на мой взгляд, ситуация вот именно по этому направлению, она неприемлемая. Вот в таком виде, в котором она есть сегодня. Но, еще раз говорю, то есть, как бы, будем искать рецепты, я буду вносить предложение. Еще раз, сказать просто это голословно, ну, может каждый. Найдем вариант. Ну, будем надеяться. Но, чтобы другого пути просто нет на самом деле. Он действительно просто несовершенный, этот механизм. Чтобы вот эту тройку антирейтинга, скажем, немножко, так сказать, закруглить, все-таки не могу не коснуться проблемы ЖКХ, потому что это проблема вечная. Вот сколько себя помню, как бы, вот она всегда была острой. И в частности, уборка улиц, вывоз твердых бытовых отходов и все такое прочее. Вот с этим как обстоит дело, потому что на это нареканий тоже довольно много. Я понимаю, что что-то делается, но мне кажется, во многих местах явно недостаточно. Ну, во-первых, одной из претензий, в данном случае в адрес министра жилищно-коммунального хозяйства, это была некачественная работа, то есть несвоевременная, в части организации и подписания концессионных соглашений с
теми, кто готов на сегодняшний день строить заводы по переработке ТБО на территории Республики Крым. Вот в апреле месяце господин Карпов докладывал о том, что да, вопрос будет решен. Уже вышли, то есть, на подписание концессионных соглашений. В конце оказалось, что заявки, поданные двумя компаниями, то есть не соответствуют никаким реалиям. Одна компания снялась, а во второй оказалось, что нет мощностей. Ну, то есть даже вопросом с тем, чтобы выяснить реальных игроков рынка на сегодняшний день на территории Российской Федерации, те, у кого есть успешные пилотные проекты в других областях, в других регионах России, то есть как бы изучить, выехать на место и посмотреть, этого сделано не было. Ну, вообще к ЖКХ и к министру лично вот как раз-таки по этому направлению было много претензий, поэтому я, в принципе, не раздумывал и решение принял однозначно. Считаю, что мы как раз сегодня это направление усилили. Я уверен, что как раз и Серов Владимир Николаевич, и вновь назначенные министры его блока справятся с этой задачей. При этом 1 сентября мы выйдем, и будет издано уже распоряжение об объявлении всех процедур, связанных с подписанием концессионных соглашений. Есть, наконец, появились несколько подрядчиков, ну и тех, кто готов в данном случае свои технологии, уже работающие в других субъектах и которые имеют успешный опыт, внедрить на территории Республики Крым, реализовать эти проекты. Я с учетом того, что это еще процедура, которая должна пройти, не могу и не буду там озвучивать пока, то есть там претендентов, но могу сказать, что мы в принципе в этом году процедуры именно по выбору того игрока, который будет строить у нас 6 заводов, а мы будем строить их по переработке твердых бытовых отходов, будет пройдено так или иначе. Поэтому ЖКХ, ну что могу сказать? Конечно, опять же, вопрос персонала. То есть, как бы вот сегодня на Крымтеплокоммунэнерго тоже я подписал распоряжение о назначении другого руководителя. Тоже там был такой господин Хотулев, вот приехал, опять тоже приезжий, опять приехал из Севастополя, работал там раньше. Там был шлейф по уголовному делу, это ставление господина Казурина, то есть как бы тоже, которые в коллективе, опять же, набаламутили, то есть принимали определенных решений, создали неравные условия, опять же, перед приезжими и местными и так далее. То есть как бы, сделали самые несвоевременные, плохие шаги, которые только может принять руководитель. Сегодня тоже вопрос замены решен. Там, по-моему, дочь Виктор Васильевич, это один из работников Крымтеплокоммунэнерго, тоже будет назначен на эту должность. То есть мы все равно идем по процессу подбора реальных эффективных кадров в ЖКХ. Все равно мы наведем порядок. Я уже сказал, что огромные проблемы, колоссальные с уборкой мусора. Это в первую очередь вот сейчас Феодосия, Симферополь. Есть вопросы в меньшей степени в Алуште. Есть вопросы, связанные с работой непосредственно таких предприятий в муниципалитетах и в районных, центрах. Но я вам просто могу сказать, что уверенность в том, что мы все-таки порядок наведем, будет. Ну, она и есть на самом деле. Ну, я думаю, что этому будет способствовать, в том числе и принятые определенные административные решения. Да, что касается мусора, это проблема. Я, как человек, проводящий отпуск в Крыму, в частности, в Феодосии, могу вам сказать, что как только, и это все знают феодосийцы, как только ветер начинает дуть в определенном направлении, все, город накрывает дикая вонь, будем называть вещи своими именами. И много лет именно так происходит. Я доеду и до этих свалок. Я же вот не просто... У меня и так сложилось впечатление. Я знаю, в принципе, то есть, как бы, как обстоят дела там практически в каждом муниципальном образовании. Поверьте, что подход будет очень жесткий. И когда люди говорят, мы с кем-то лояльно там вот относимся и так далее. Нет. На самом деле просто-напросто, то есть как бы я оцениваю, то есть первое, перспективы замены руководителя, перспективы тех людей, которые есть у нас на самом деле на сегодняшний день в строю и которые готовы занять определенное место, но оценивают, то есть там потенциал просто так заменить, сказать, мы там заменим и завтра, ну, будем искать там руководителя, так не было, не будет, и я в этой части буду действовать последовательно. Но, тем не менее, поверьте, что оценка будет дана. При этом еще раз говорю, хочу, чтобы не было сейчас у нас в прессе, то есть вопросов, связанных с тем, все там завтра всех выгонят. Я еще раз говорю, сложу свое объективное представление. Гражданам говорю, буду выезжать, не предупреждая коллег, то есть буду выезжать самостоятельно, то есть как бы будем опять возвращаться к режиму работы 2016 года, когда приходилось в данном случае, то есть как бы реально выезжая на место, то есть видеть конкретные вещи. И вот это я уже говорил, это о том, что мы меняем стиль работы в части того, что режим вот совещания в видеоконференц-связи уже прекратил свое существование. И, конечно, замена руководителей – это не самоцель, тем более, что все эти проблемы очень застарелые. Они много-много лет, так сказать, имеют место и просто так не решаются. Вот те же заводы ТБО, буквально пару слов, чтобы закончить. Вот вы их не у вас их нету, это проблема, но я вас уверяю, что когда вы начнете их строить, это тоже будет проблемой. И будет довольно много по этому поводу разных нареканий. Но что делать? Единого мнения никогда ни у кого не бывает, но я считаю, что в тех регионах, где руководители общаются активно общаются с гражданами, где обратная связь, она
не просто там, что опубликовано там, на портале там, муниципалитета, а она реально работает там, где есть понимание у руководителя, есть понимание качества работы, то есть органов исполнительной власти, там все выстроится. Там, где его нет, особенно в тех регионах, получается так, где назначенные руководители, то есть как бы привозят сразу с собой, то есть как бы всю команду, вот главная ошибка, которую совершают руководители муниципальных образований, ну, других ведомств, то есть как бы, которые, ну, особенно те, кто приезжает еще и с материка в том числе. Это сразу вот уже начинается там поголовная задача, чтобы завести всех, то есть как бы или с того органа власти, где работал, или с того региона, где работал. Ну, говорим, коллеги, у людей выстроены связи уже здесь на месте. То есть как бы мы сейчас не говорим о коррупционных или о тех, которые вредят государству, а говорим просто, да, знания, то есть как бы конкретных должностных лиц, то есть знания стиля и умение прогнозировать того, какие будут приняты конкретные решения и так далее, дает людям возможность чувствовать себя спокойно. А когда приезжают, особенно те, у кого... ну, как бы, или другие цели, или вообще непонимание, то есть, как бы, этих целей, то есть, как бы, барьер возникает между приезжими и местными, то есть, как бы, и, соответственно, то есть, дальше это все начинает, ну, соответственно, усугубляться. Я как раз думаю, что мы, вот, еще раз говорю, в течение августа-сентября месяца все узлы развяжем. Ну, дай бог. Переходим к вашим инициативам. За последнее время самая громкая, ну, мне, по крайней мере, она наиболее интересна. И интересно и то, что она, в общем, в итоге принесла результат. Это списание кредитов крымчан украинским банкам. Давайте сюжет посмотрим по этому поводу. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно. Эта знаменитая фраза Владимира Путина вновь становится актуальной для крымчан. Тогда, в конце 2014 года, на волне общей эйфории от возвращения Крыма на родину, казалось, что все трудности украинского периода могут быть решены в мгновение ока. В том числе и проблема долгов жителей республики перед банками незалежной, сбежавшими с полуострова во время Крымской весны. Однако, чтобы окончательно поставить точку в этой истории, потребовались 3 года и немалые усилия всех заинтересованных сторон. И вот 19 июля этого года Госдума наконец утвердила закон об уточнении правил погашения задолженности крымчан перед украинскими финансовыми организациями. Условия, которые были прописаны в договорах, не соответствуют никаким сегодняшним реалиям, поэтому, конечно, было бы справедливо избавить крымчан от лишней нагрузки, тем более наш руководитель нам поручал сделать это еще раньше, но еще раз говорю, с учетом, что законопроект новый, никогда таких решений, то есть, как бы, не принимали, но есть масса нюансов на сегодняшний день, вызвало много определенных споров и дебатов, однако, опять как всегда, спасибо президенту, что его вмешательство ускорило этот процесс. Закон действительно прошел долгий путь. Напряжение, возникшее в обществе после скоропалительного принятия предыдущей версии документа Госдумы прошлого созыва в декабре 2015-го, определило однозначную позицию республиканской власти. Нормы, по которым крымчан смогли штормить уже российские финансовые конторы, выкупившие обязательства на Украине, нужно менять. Так в итоге и произошло. Справедливость восторжествовала благодаря инициативе Общественной палаты, поддержке этой инициативы главой республики, поддержки этой инициативе депутатами Государственной Думы и непосредственно Владимира Владимировича Путина. По новому закону все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают 5 миллионов рублей, будут прекращены. А все аресты имущества, которых в Общественной палате насчитали порядка 50 тысяч, сняты. В дальнейшем Госсовет Крыма на основании федерального закона примет собственный нормативный акт, который определит подробную процедуру не только обнуления кредитов до 5 миллионов рублей, но и реструктуризации обязательств на большую сумму, причем по весьма щадящей схеме. Предлагается этим должникам погасить долг частично, под условием списания оставшейся части. И там действительно заложен такой проект нормы о том, что если ты гасишь 20% суммы задолженности, у тебя все списывается остальное. Если ты погасил 5%, у тебя влечет это списание 25% долга. С тем, чтобы мотивировать людей сейчас сразу заплатить некоторую сумму. При этом важно то, что коллекторские фирмы, выкупившие долги крымчан перед украинскими банками, утратят право тревожить заемщиков своими требованиями. Но это в будущем. Закон еще должен пройти через Совет Федерации и лечь на стол президенту. Разработчики и идейные вдохновители уверены, с этим проблем точно не будет. С ними согласны и простые крымчане, которые и являются главными выгодополучателями от законопроекта. Безусловно, если такой закон будет подписан президентом Российской Федерации, то он в полной мере отразится на пользу крымчан. Спасибо правительству, если оно так сделает. Молодцы, что поддерживают нас. Спасибо Путину. Мы его любим. Сергей Аксенов очень здорово заботится о Крыме. То есть и огромное ему спасибо. Эта помощь важна для всех. Это актуально.
Сергей Валерьевич, я вот немножко эту историю знаю, в том числе по Москве, по московским коллизиям. Это же была битва просто, да? Это было очень непросто. Как удалось этого добиться? И вообще, это серьезный результат. Просто так мне ничего не дается, на самом деле. И могу сказать, что, конечно, это была большая совместная работа. Это и правительство Российской Федерации, и Государственной Думы искали рецепт. В данном случае рецепт такой, который бы соответствовал в том числе и международным соглашениям и так далее. Но вот в данном случае, когда мы увидели, что ситуация, то есть уже выходит на какой-то критический момент, там и Григорий Адольфович Иофф, и Общественная палата, проведя большую работу, а им была в том числе, то есть такая задача совместно поставлена о том, чтобы выяснить все-таки реальный объем бедствия, то есть как бы определили, что около 50 тысяч крымчан сегодня находятся в положении, то есть тех заемщиков, у которых арестовано имущество и так далее, ну то есть какие-то определенные отягощения. Я обратился к нашему президенту, к Владимиру Владимировичу, с просьбой ускорить эту ситуацию, понимая, что то есть, как бы, ну, только быстрое решение сможет разрядить в этой части обстановку. Наш президент, наш лидер, как всегда, быстро дал все распоряжения. Здесь спасибо и коллегам-депутатам Государственной Думы, правительству Российской Федерации. Все равно мнение и поддержка Дмитрия Николаевича Казака, то есть, как бы, эта поддержка была. Поэтому вот сегодня решение такое Государственной Думой принято. В сентябре месяце соберется Государственный Совет Республики Крым, на котором будет принято решение о прощении всех долгов до 5 миллионов и юридическим, и физическим лицам. Да, есть нюансы, есть мнения различные, особенно те, кто уже внес, допустим, какие-то деньги. Я, ну что могу сказать? Ну, может быть, сожалею, что так получилось. Сложно сказать. Но вот решение было принято вот в такой момент. В любом случае, я считаю, что это все равно облегчит жизнь. Так или иначе, это справедливое решение. В любом случае, то есть именно сделано в интересах крымчан. Ну, биться и спорить всегда приходится. Многие вещи ж невозможно сказать в публичном поле. Я в том плане, что есть процедуры, то есть как бы есть вопросы, связанные с определенными переговорами, есть вопросы, связанные с тем, чтобы оценить возможности групп влияния и так далее. То есть как бы и нигде просто, то есть как бы победа не дается. Тем более, что ну, коллекторы в стране, в общем, сильны, там имеют определенное лобби, так или иначе. Я с предложением выступил, сказал, в Крыму коллекторы работать не будут, тем не менее появляются, к несчастью, к сожалению, то есть как бы отдельные случаи обращения граждан. Но уверен, что вот такой закон, который будет принят Государственным Советом, с Владимиром Андреевичем Константиновым мы уже проговорили, он решит все эти вопросы. То есть как бы, ну, снимет абсолютно ненормальную ситуацию. Получается, украинские банки, уйдя с территории Республики Крым, в данном случае просто ну, решили еще и нажиться с крымчан, ну, продав то есть, эти долги нашим же российским коллекторам, ну, и создав возможность, то есть, ну, по сути, в некоторых случаях издевательства над добропорядочными заемщиками, у которых кардинально изменились условия. Ну, то есть, по сути, можно сказать, с точки зрения юридического языка, ведь вся ситуация, которая была с точки зрения заемщиков, это форс-мажор. Ну, и объективно, брали в одной валюте, надо давать в другой. Были одни условия, сейчас другие. Так или иначе, да, они не худшие, но тем не менее, то есть как бы есть и специфика при взятии каждого кредита. Поэтому считаю, что решение обоснованное, правильное, то есть соответствующее интересам Крыма и всех крымчан. Спасибо, как всегда, нашему президенту. Он быстро всегда на такие вещи реагирует, тем более, когда слышит, что есть проблемы у простых людей. Ну да, я немножко тоже тут разъясню, чтобы люди это понимали. Биться-то пришлось не столько с украинскими банками, сколько с российскими, я скажу так, с российской коллекторской мафией, которая скупила эти долги и собиралась выбивать их уже из новых граждан России. И это была непростая ситуация, очень непростая. И так в войне со всеми мафиями, и с коллекторскими, и со строителями, и еще с другими. То есть как бы я не переживаю, билет на войну я купил. Я понимаю, что это определенный, ну, что это вопрос, который носит определенный характер. Тем не менее, на сложности на свои я никогда не жалуюсь. На, так сказать, тяжелое положение, ну, я могу так сказать, мне нелегко. И все-таки немножко так уточню, когда начнут списывать долги? И вот вы уверены, что Совет Федерации, президент с этим, так сказать, проволочек никаких не будет? Я лично говорил с Владимиром Владимировичем, то есть как бы и уверен, и президент всегда, когда дает такие поручения, то есть органам власти, то есть как бы они всегда выполняются, и сам президент тем более, конечно, всегда, то есть держит свое слово. Так что закон подписан лидером государства будет, а Государственный Совет буквально в течение одной недели после подписания руководителем государства этого проекта примет решение, все еще раз говорю, о 100% прощении всех долгов юридическим и физическим лицам до 5 миллионов рублей. И этот закон защитит от коллекторов полностью, полностью защитит. Будет постановление правительства, по которому агентство по страхованию вкладов снимет все аресты со всего имущества, наложенного на, ну, на имущество крымчан. И буквально еще пару слов для разъяснения. Вот вы сказали, что это справедливо, но вот действительно есть, знаете, такое у некоторых обида. Вот они же брали кредиты, почему они не отдают, а вот мы, так сказать, должны отдавать и так далее. Все-таки, на ваш взгляд, в целом эта ситуация, она справедлива, потому что ведь России приходится за Украину как бы, да, расплачиваться за эти вещи. Ну, это абсолютно справедливая ситуация, я считаю. Вот с точки зрения экономики, ведь многие, особенно такие суммы, когда до 5 миллионов, они касаются индивидуальных предпринимателей, то есть людей, которые живут на земле, брали эти деньги под залог непосредственно иногда единственного жилья,
или единственная машина и так далее. То есть, как бы, причем зачастую, то есть, как бы, условием этих договоров было кредитование и оплата товара в других областях Украины, то есть, и так далее. То есть, и связи эти были хозяйственные, эти связи все нарушены. Условно говоря, в некоторых случаях закладывались договора на покупку конкретных товаров. Там, ну, то есть, сами банковские инструменты были достаточно широко распространены, различные причем абсолютно. И, конечно, вот я оцениваю по различным группам, то есть как бы положение конкретных заемщиков, могу сказать, что у большинства из них не было реальной возможности вернуть назад эти кредиты. У кого-то были там так или иначе. Да, там можно говорить по-разному, что да, вот несправедливо, кто-то уже вернул там, да, а сейчас людей простили. Но я думаю, что хорошее дело всегда доброе, оно все равно всегда в этой части зачтется, надо к этому отнестись спокойно, философски. Ну, значит, ну, такова судьба. О деньгах, ну, вот я считаю, которые вот, ну, вот были уплачены, допустим, ранее, и людям советую все равно не жалеть. То есть, как бы, тем, кто не жалеет, они всегда возвращаются. И, а здесь я считаю, что даже лучше, если в каком-то случае, то есть, будут амнистированы те, у кого есть возможность, чем даже там в единичном случае у конкретного человека, у кого единственное жилье, его отнимут. То есть, как бы, поэтому я думаю, что перегибов здесь будет немного, закон справедливый, и уверен, что и крымчанами будет, в общем, поддержан даже теми, кто внес уже предварительный взнос или кто оплатил. Им в любом случае спасибо тем, кто уже заплатил. Ну, спасибо за позицию, да, слава богу, наверное, что была такая возможность. Спасибо это просто за гражданскую именно позицию, не за то, что вернули вот украинским банкам долг. Все-таки, ну, чувство долга, и если деньги берешь, долг. Надо помнить, что их все равно надо отдавать, а не жить по принципу, там, как берешь чужие и отдаешь свои. Ну, и же и такая, то есть, как бы, там, ситуация. Так что все во благо. Да. Ну, поздравляю с этим успехом. Перейдем к другой теме. Вот в последнее время, вот самое последнее, удалось решить две такие застарелые проблемы. Вообще таких проблем масса по всему Крыму, но две вот достаточно знаковые. Это застройка вот этими, так сказать, шалманами, скажем так, да, на Ай-Петре, ну, скажем так, предприятиями общественного питания. На Ай-Петре и торговые ряды рядом с центральным рынком в Симферополе. Как это получилось? Потому что по Ай-Петре все прекрасно помнят эти истории, когда оттуда торговцев пытались выгонять, а в украинское время даже с БТРами туда целый рейд был, да, и всегда это кончалось, ну, скажем так, неудачей или взаимными потерями. Как сейчас удалось решить эту проблему? Что там было предложено взамен, и в том числе и в ситуации с центральным рынком, как эта ситуация развивается и что там будет? Вот это даже больше волнует, я так понимаю, многих людей. Сейчас начну с конца и скажу, что на Ай-Петре никаких построек не будет. Да, вот один другого не заменит? Не будет. То есть я не действую по тому принципу, что сегодня пришли, то есть как бы одних снесли для того, чтобы дать своим знакомым построить там что-либо на этом месте. Точно такой же разговор был изначально, когда мы начинали сносить все эти сараи на центральном рынке на площади. Вот сегодня площадь, реальный сквер. Решение вот такое пространственное, то есть как бы сразу стало больше кислорода. Но на самом деле, посмотрите, то есть как бы изменился облик этой территории. Я уверен, что на Ай-Петре абсолютно будет то же самое. Ни одной стройки на Ай-Петре на этом месте не будет. По тем вопросам, которые мне задавали журналисты, в части того, что деревянные сооружения строили на одном, ну там не на плато, а там на спуске в сторону Бахчисарая, то есть как бы там был договор аренды земельного участка еще со времен Украины, но он будет отменен, уже все нормативные акты, то есть как бы для этого принимаются, то есть и претензионная работа ведется, то есть я гарантирую. В общем, я вам хочу сказать, что на Ай-Петре ни общепита, ни жилых домов, ничего не будет. Здесь будут просто плоскостные сооружения, это там дорожки, скамейки. И они будут для всех. Скамейки для всех без исключения. То есть никакой застройки Ай-Петре, вот я гарантирую крымчанам, говорю это вам открытым текстом, не будет. И вообще ни одного участка, на котором будет произведен снос вот тех сооружений, которые долгое время пугали граждан и работали там на отдельных предпринимателей. Ну, в общем, да, это удивительно. Я даже не представляю себе, как будет выглядеть Ай-Петре, потому что так пытался вспомнить еще с советских времен, но так и не могу вспомнить уже Ай-Петре без вот этого. Не, на самом деле просто велась системная работа с предпринимателями, то есть, которые там торговали. Да, вот как это всем удалось? Предпринимателям в данном случае оказали помощь всем в режиме ручного управления. То есть организованы были встречи с руководителями муниципальных органов власти. Это касалось и Ялты, и Бахчисарая. То есть всем предоставлены альтернативные участки, возможности торговать на рынках, возможности были представить торговые места, то есть уже на действующих рыночных объединениях наших городов, и не только даже в Бахчисарае и в Ялте. То есть, но вот хочу сказать коллегам и предпринимателям огромное спасибо на самом деле. Здесь гражданская позиция, гражданская сознательность в этой части победила. Они понимают тоже, с учетом мнения туристов, которые они сами слышат, о том, насколько они оценивали, то есть как бы, то положение дел, которое было. И вот знаете, как, когда мы договариваемся, и когда уже видно, что люди верят органам власти, то есть как бы, я уверен, что всегда будет вот такой результат. То есть как, вот я сам выехал на это плато, ну слушайте, ну вообще земля и небо, ну вот виды, которые там были представлены, это
ну, наверное, не поддаются описанию. Вот там выходишь на край этого обрыва, сейчас вот будет там установлено везде ограждение, то есть защитное, то есть в данном случае с тем, чтобы никто из детей, никто, не дай бог, не выпал и так далее. То есть как бы, ну, сделаем все, чтобы меры безопасности в полном объеме были соблюдены. Но ни одной стройки на плато и Петре, еще раз повторяюсь, на других объектах, где были снесены вот эти сооружения, неважно, не будет. Еще там не был, обязательно съезжу, но вообще я думаю, что этот уход от ларечного, так сказать, стиля, это именно то, что Крыму нужно для того, чтобы и привлекать туристов, и самим чувствовать себя более комфортно. Вот если о застройках... Это имидж получается, то есть на сегодняшний день, я считаю, в этой части республики. При этом, конечно, то есть проблема все равно глобальная, то есть как бы окончательно не решена, периодически всплески бывают, где-то начинают строить без всяких там документов. Ну, спасибо, здесь граждане реагируют вовремя, на Facebook присылают обращения. Там, где не реагируют, а органы власти зачастую слепнут. Ну, что могу сказать? То есть, как бы там ситуация развивается, при этом те, кто приезжает, говорят, а вот видите, как Аксенов говорит, что сносят, а оно на самом деле там не сносят. Ну, повторюсь, конечно, я не робот, то есть я клонировать себя не могу. Знаю одно, что я все равно дойду до каждого такого объекта, который был построен вопреки всему, вопреки закону, логике, здравому смыслу, так или иначе. При этом это не сама цель, опять же, снести кого-то у чего-то. То есть, как бы, ну, цель показать, что все-таки градостроительные сегодня все нормы это регулирует власть. То есть все решения на этот счет с точки зрения этажности, высотности, пропускных способностей сетей принимает власть. То есть и, ну, другого варианта в Крыму не будет. Законы, которые мы приняли в Государственном совете вот буквально 2 недели назад, то есть как бы законы вступили в силу, у нас есть возможность в данном случае применять различные инструменты, в том числе и в тех зонах в защитных, но это имеется в виду пляжи, заповедники, парки, ну, поднять арендную плату, то есть таким образом, чтобы в данном случае никому было невыгодно в этом месте строить любой объект там и так далее. То есть как бы инструменты на сегодняшний день эффективны, созданы. То есть вопрос с этой незаконной застройкой, в том числе в прибрежной зоне, будет решен. Эти сооружения будут убраны, скажем так. Вот часть из них будет убрана. Здесь, опять же таки, составлен реестр, который не полный. То есть в данном случае, к сожалению, то есть, как бы, архитектор республики не смогла в данном случае объединить команду людей, которые смогли бы, то есть, как бы, дать реальную картину того, что происходит не только на побережье. При этом я хочу сказать, это касается всех регионов Республики Крым. Просто, ну, там, Южный берег – это тот регион, который в первую очередь посещается туристами. И, конечно, вид его, особенно с моря, то есть, как бы, ну, иногда вызывает, ну, не то что там удивление, а просто, то есть, недоумение. То есть насколько надо не любить бывшим руководителям и вообще и тем, кто принимал определенные решения, свой город, чтобы допустить ужасающую застройку. Тем более, я уже сказал, четко и ясно, моя позиция простая. Точечной застройки быть не должно. Города должны расширяться. При этом расширяться и работать с теми компаниями, которые строят жилье по подходящим для людей ценам. Цены, которые до этого там были в Ялте, то есть особенно Ялта, Алушта, особенно на побережье, там по 150, по 200 тысяч рублей за квадратный метр, никого в Крыму не интересует. Однозначно считаю, что мы должны строить социальное жилье там от 35 до 45 тысяч рублей, которое по карману крымчанам. Плюс к этому создать еще и кредитные продукты, позволяющие в данном случае приобретать себе жилье. При этом, конечно, программа обязательно и, наверное, даже в большей степени, то есть как бы коснется там Северного Крыма, тех регионов, которые сегодня не охвачены, то есть там, где непосредственно, я считаю, изменилась логистика движения транспортных средств, то есть все-таки въезд происходил с той стороны, со стороны Украины, завозились товары, была возможность у людей зарабатывать. Сегодня, то есть как бы экономическая ситуация стала хуже, конечно, с учетом того, что теперь въездные ворота Республики Крым – это город Керчь. Но я обещаю, еще раз я говорю, что ни одно муниципальное образование, ни один поселок в данном случае без составления реальной программы развития, которая будет составлена при помощи республиканских руководителей, брошен не будет. То есть как бы мы сегодня работаем на весь Крым. Но острые моменты, то есть это лицо, фасад, то, что видят в первую очередь, там, где нас туристы встречают по одежке, то есть те, кто приезжает и оставляет на территории республики деньги, и оставляют их, если даже в Ялте, в Алуште, но за эти деньги будут делаться дороги там в Кировском том же районе, в Джанкое, в Раздольном, ну и так далее. То есть, как бы, да, то есть в наших сельских территориях все равно это делать нужно, так или иначе. Источники доходов формируются сегодня в туристическом отрасли за счет туриста. Турист не поедет туда, где нет комфортной среды, где цены не соответствуют сегодняшним реалиям. При этом, конечно, у нас высокая конкуренция в Черноморском бассейне. Ну, Турция, Болгария, Грузия зачастую, то есть представляют более по оплате приемлемые условия для наших россиян. То есть, как бы, и, конечно, ну, вот за конкуренцию нам еще, конечно, придется побороться, поработать. И для этого, ну, необходимо напрячься всем. И ательерам, и непосредственно тем людям, кто сдает квартиры, в данном случае на сезон в наем, и органам государственной власти, то есть не сомневаюсь. Ну, тогда как раз вот про тех самых туристов, которые оставляют здесь деньги. Могу сказать, как человек, имеющий отношение к Крыму, но все-таки приезжий, цены высокие,
если честно, и не соответствует в целом уровню предоставляемых услуг. И, к сожалению, в этом Крым проигрывает. А вот еще на подходе этот эксперимент с курортным сбором. На мой взгляд, очень неоднозначная такая мера. Хотя я знаю, что она была предложена на Госсовете и все такое прочее. Вот. Но тем не менее, это ведь тоже ситуация достаточно такая непростая, потому что она может еще не сформировавшийся поток туристов в Крым, да, нанести этому потоку ущерб, так как даже не столько важны деньги, которые люди будут платить, сколько тот шум, который вокруг этого поднимут разные недоброжелатели и недоброжелатели в отношении Крыма, в отношении России и так далее. Как вот вы прокомментируете эту ситуацию и что вообще будет с этим? Ну, в любом случае, когда вводишь любой или новый налог или вообще плату за что бы то ни было, то есть, конечно, то есть, как бы всегда, ну, как это всегда вызывает прежде всего отторжение. Я хочу сказать, что сам курортный сбор он, и решение, которое по нему принято Государственной Думой, спасибо коллегам и правительству Российской Федерации, наверное, оно нужно. Нужно, почему я говорю «наверное» слово? Потому что первое слово, которое применялось к этой процедуре, это был эксперимент. Провести и посмотреть, насколько он будет эффективен в части администрирования, в части удобства для туристов, ну, в части конкретно уже эффективности, будем говорить так. Я считаю, что с учетом того, что с 1 мая 2018 года этот закон начнет только действовать, у нас более чем достаточно времени для того, чтобы еще раз внимательно рассмотреть все под микроскопом. Предложения Республики Крым, которые мы вносили при формировании этого законопроекта, состояли в том, чтобы один раз брать плату, всего лишь один раз, в объекте размещения. При этом это касалось и отелей, и квартироздатчиков. На самом деле, в принятой сегодня редакции, то есть как бы предложено нашими коллегами Ставропольским краем, ежедневная оплата, и это не касается сегодня частного сектора. То есть неравные условия поставлены ательеры с частным сектором в этом плане. Ну, то есть я считаю, что если уже принимает какую-то норму, она должна распространяться на всех. Но у Республики Крым в этом плане много возможностей. Мы сами можем регулировать размер ставки, то есть и это в том числе, то есть даст нам возможность влиять определенным образом на эту ситуацию. Во-вторых, то есть мы посмотрим сейчас все-таки, во сколько обойдется нам администрирование, и насколько, ну, вернее так, уже если деньги они поступят в бюджет, то мы сможем обеспечить прозрачную процедуру расходования этих средств на конкретные цели. А это на обустройство и формирование туристической инфраструктуры в конкретном населенном пункте. То есть, по сути, получателем этих денег будут муниципалитеты, которые оказывают курортные сервисные услуги. Давайте на эту тему посмотрим блиц-опрос. Обязательно он нужен, потому что деньги эти небольшие. Для туристов это незначительная трата, а вот городу они могут в чем-то помочь. Но важно, чтобы правильно расходовали на то, что необходимо для развития туристического бизнеса. Совершенно ни к чему. И туристы его платить, разумеется, если будет, то будут одни скандалы. Кроме скандалов это ничего не принесет. Они должны приезжать, настроение себе поднимать, а они будут его себе портить. Ну, я считаю, у нас и так все дорого, поэтому смысла этого курортного сбора нету. Лучше не надо туда платить, а лучше поехать куда-то в другую страну, там где условия получше, чем у нас. Поэтому они только сами себе на хвост наступили. Я думаю, я заплачу. Ну, конечно, а куда уже деться, если это все равно вводят? Меньше людей станет ездить отдыхать, потому что не у всех есть такие финансы, что за 7 дней нужно заплатить 1400. У нас конкуренция с Турцией. Если это будет, то будет плохо Крыму. Как эта процедура будет происходить? Где взиматься это будет, да? То есть, мне кажется, это в нашем государстве очень сложно сделать. Кто-то приезжает для того, чтобы детей своих оздоровить, да, и платить за это деньги. То есть и так у нас курорты не дешевые. Если они будут развивать крымские дороги, как бы будут развивать услуги и делать все для людей, то почему бы нет? Положительно отношусь. Самое главное, чтобы эти деньги доходили туда, куда надо, а не в карманы чиновников. Даже если будут сборы 50 рублей, и в пользу Крыма, я думаю, это будет здорово. В принципе, эти курортные сборы везде есть, так что, в принципе, наверное, все нормально. Введение дополнительных каких-то налогов, ну, не будет способствовать притоку. Я боюсь, что эта идея просто вылезет во что-то не в то, что хотят в Госдуме, потому что там хотят одно, а получится как всегда. Так кто же будет ездить-то сюда? Так дорого. Вот мы приехали из Сибири. И так дорого, да. Очень дорого, несмотря на то, что обещали льготные билеты, никаких льготных билетов нет. Нам сюда из Сибири съездить стоит... Дорога больше 100 тысяч. Конечно, нужно. Я считаю, нужно, чтобы, ну, если это будет незначительная какая-то сумма. Мы считаем, что в нашей стране мы имеем право находиться бесплатно совершенно в любом месте и в любое время. Да, я слышал, что за рубежом такой курортный сбор берут только с иностранцев, а
граждан своей страны не берут, поэтому, честно говоря, у нас страна не такая богатая, и люди не такие богатые. Про сбор не слышала, если честно. Если будут так взиматься, вы будете приезжать в Крым все равно? Естественно, будем приезжать, конечно. Нам очень здесь нравится. Ну вот видите, Сергей Валерьевич, очень разные мнения, я бы сказал, полярные. Я еще раз повторю свою оценку. Мне кажется, что пока курортный, так сказать, поток новый не сформирован в Крыму, эта мера достаточно, может быть, неоднозначная. Если собирать по 50 рублей в день, это будет чисто психологически. Не столько даже по карману будет бить, сколько чисто психологически. Значит, многих будет отбивать. Я понимаю, настроение. Я уже сказал свою позицию. То есть я считаю, что один раз, то есть можно было, и то в средствах размещения, то есть это не должно быть никакого органа власти, никаких отдельных администраций. То есть точно нигде не надо беспокоить туриста. Это просто, то есть вот по приезде в отель, там разово, то есть как бы 50 или 100 рублей, это опять в зависимости от того, вот сейчас там коллеги в том числе, то есть определяют свои предложения, Министерство курортов, можно было бы попробовать, как это будет работать. То есть, как бы, конечно, ну, идеальных схем все равно не бывает, но считаю, что времени более чем достаточно, учесть все пожелания и туристов, которые, понятно, ну, они объективно оценивают состояние нашей инфраструктуры, и, конечно, любая лишняя оплата, то есть, как бы, ну, все равно она, в принципе, даже если она может быть незначительная, да, с точки зрения суммы, но все равно сам факт, да, что тебя психологически за что-то берут деньги, это, ну, справедливо, то есть, как бы, каждый человек в этой части вправе возмутиться. Но в любом случае, ну, какие-то начинания, то есть, в этом направлении все-таки надо делать. Давайте попробуем. Я со своей стороны могу сказать, что мы в сентябре еще раз проведем заседание рабочей группы, еще раз переговорим с коллегами, и мы договорились предварительно о том, с коллегами и с губернаторами других областей Российской Федерации, которые Алтай, Краснодарский край, Ставропольский край, о том, что мы все равно будем мониторить в данном случае ежедневно практически выполнение этого закона. То есть, как бы, если только это будет нести неудобства для туристов, если это будет неудобно с точки зрения администрирования в данном случае, если это будет кого-то уже напрягать, ну, значит, наверное, там эксперимент продлится определенный период и дальше продлен не будет. То есть я сейчас не хотел бы никаких авансов на этот счет давать, но считаю, что до вступления закона в силу, я имею в виду не вступление в силу, но, понятно, будет после подписания его президентом, а для начала его практической реализации у нас достаточно времени, чтобы учесть замечания всех и тех, кто приехал сюда в Крым отдохнуть, то есть и получить хорошее впечатление, и от наших крымчан. Ну, давайте еще поговорим о тех, кто едет в Крым, и тех, кого в Крым не пускают. Но мы знаем, что Крыму, несмотря на все санкции, удалось за прошедшие 3 года разместить или, скажем, организовать на своей территории несколько достаточно интересных, таких ярких международных фестивалей. Это и «Экстрим Крым», и «Джаз Коктебель», и многие другие. Вот недавно приезжал всемирно известный режиссер Кустурица, хотя у него такие взгляды как раз не голливудские, скажем так. Этот сербский режиссер близок к нам и очень откровенно высказал свою точку зрения, в том числе здесь, на крымской земле, считая его человеком очень ярким, интересным и не боящимся пойти поперек вот этого, знаете, западного русофобского мейнстрима. Эти фестивали будут развиваться, вот ваша оценка того, что происходит, и в том числе, вот, может быть, хотя бы пару слов в адрес тех людей, которые приезжают, вот такие, так сказать, люди, и, ну, не боятся последствий, потому что многие ведь и опасаются. И на самом деле я благодарен, то есть и это и представителям бизнеса зарубежного, и дипломатам, и депутатам, должностным лицам, всем, кто нашел в себе мужество или вообще желание приехать в Крым и убедиться, что происходит на самом деле. На самом деле очень много знаковых людей без прессы приезжает сюда, без, я имею в виду, без публичного сопровождения. В том числе они со мной встречаются. И, ну, вот есть люди, те, которые действительно могут формировать мнение, то есть в своих странах, мнение о том, что реально происходит на территории Республики Крым. Ведь все-таки это влечет за собой более быстрое снятие санкций, более быстрое осознание того, что Крым вернулся по своей воле на историческую родину, что изменить этого процесса никто не сможет, это 100%, то есть все иллюзии и надежды там всех, что когда-нибудь уже будут приняты какие-то другие решения, пусть даже не надеются, не сомневаются. Крым российский навсегда, и это все точка. Она поставлена, поставил ее президент, и, ну, я думаю, что здесь больше на эту тему дискутировать не стоит. То есть, а приезд, конечно, иностранных делегаций нами оценивается очень высоко. Ялтинский экономический международный форум последний раз показал, что у нас уже существуют постоянные наши друзья. Это коллеги из Италии, из Франции. Ну, то есть те, кто уже, ну, на самом деле является, наверное, постоянным гостем, то есть на нашем Ялтинском международном форуме. Те, кто приезжает уже сюда между делом отдыхать. Вот многие коллеги у меня были вот недавно, опять же, представители Италии, то есть приехали с предложением развивать бизнес и так далее. То есть жизнь все равно внесет свои коррективы, бизнес найдет лазейки, которые помогут обойти санкции с точки зрения желания работать в Крыму. Мы коллегам в этом активно очень помогаем. То есть, так что я со своей стороны прилагаю массу усилий, чтобы создать условия для приезда знаковых людей. И приезд Кустурицы, конечно, вызвал нормальный
нормальный, хороший ажиотаж, то есть как бы люди желали встретиться, послушать, то есть посмотреть, там, ну, больше узнать, то есть как бы о режиссере, о его произведениях, ну, на мой взгляд, то есть как бы это нужно делать. Тем более, что возвращаясь назад в свои страны, то есть как правило, то есть как бы эти люди формируют правдивое мнение о том, что в Крыму здесь нет никаких автоматчиков, здесь нет политических преследований, здесь нет политических репрессий. Но здесь действительно есть законодательное поле Российской Федерации, которое обеспечит всем мирную жизнь. Ну да, есть вопросы, конечно, и они действительно есть, не все решено и так далее. Но с точки зрения справедливости, вопрос возвращения на историческую родину не должен ни у кого быть под сомнение, что это был выбор народа. Фестиваль «Экстрим Крым» идет сейчас, я, правда, до него никак не доеду, вот, но, может быть, постараюсь все-таки доехать и посмотреть воочию. Говорят, что действительно яркое событие. А «Джаз Коктебель» будет в августе, а не в сентябре. Я считаю, что это тоже правильно, больше людей смогут на него приехать, и это будет здорово. А теперь предлагаю вспомнить о тех, кто хочет в Крым, но их не пускают. Вот мы тут про курортный сбор, про то, про Кустурицу и прочее, прочее, но я знаю, что ведь поток туристический с Украины, он был очень важен для Крыма, и на самом деле он мог бы быть важен и сейчас. Но по тем данным, которые приходят с границы, да, украинская сторона чинит в этом году особенные препятствия для всех тех, кто хочет попасть в Крым. Это касается и урожденных крымчан, скажем так, и туристов украинских, которые хотели бы в Крым приехать. Это осознанная акция, попытка, так сказать, не допустить утечки информации или... Что они делают? Что они хотят добиться? И действительно ли есть вот это явление? Потому что я слышал, что очередь действительно очень большая. Они демонстрируют, я имею в виду должностные лица Украины, демонстрируют злобу, зависть, соответственно, то есть самые худшие человеческие качества, желание насолить нам там и так далее. То есть как бы на самом деле, то есть ничего у них там не получится. Они пытаются со своей стороны границы создать сложные досмотровые процедуры, но тем не менее, то есть поток и людей, и украинских граждан, которые хотят приехать в Крым отдохнуть, конечно, увеличивается. Мало того, то есть я отслеживаю и в социальных сетях, то есть как бы и с помощью различных блогеров, своих коллег, то есть как бы те отзывы, которые оставляют украинские туристы после посещения Республики Крым. Но в первую очередь должностные лица Украины боятся все равно того, что гражданин сможет сравнить обстановку, то есть, ну, во-первых, с той, которая озвучивается по украинскому телевидению в украинских СМИ, с тем, что происходит на самом деле, ну и вообще, то есть показать различия с точки зрения все равно улучшения, то есть социально-экономической ситуации в Крыму, то есть как бы, по сравнению даже с соседней Херсонской областью. Так или иначе, мало того, то есть как бы здесь и спасибо крымчанам, они встречают граждан Украины радушно, никаких проблем нет, уезжают отсюда все украинцы, то есть как бы понимая, что никакой аллергии у крымчан на жителей Украины нет. То есть мы на самом деле считаем, что наши братья, мы вместе жили столько времени, то есть как бы никакой аллергии, то есть не испытываем никаких предубеждений. На самом деле просто, конечно, желаем с тем, чтобы все-таки в Украине пришло реальное правительство, реальные органы власти, которые будут о своей стране заботиться и думать о том, как жить в дружбе и в мире с Российской Федерацией. Хотя СМИ тут сообщали местные о том, что некоторые из них ведут себя здесь вызывающе, но я думаю, что все-таки это единичные случаи. Поверьте, это единичные случаи. То есть подавляющее большинство граждан Украины трезво оценивает то, что произошло, разумно ко всему этому относится и с уважением оценивает выбор крымчан. Ну а придурков всегда хватает, на это просто не стоит реагировать. Есть правоохранители, надо писать заявление, обращение. Там разные случаи были в Севастополе, в Алуште, в Ялте, в курортных городах. Но я считаю, что вот подавляющее большинство граждан Украины с душой приезжают сюда и уезжают отсюда с хорошими впечатлениями. А вы не слышали вот о слухах по поводу того, что якобы для того, чтобы еще больше затруднить и отбить желание ехать в Крым, якобы СБУ на той стороне пытается чуть ли не вербовать там туристов на обратном пути или даже на этом пути, заставляет их писать там заявления и прочее, прочее. Это правда? Нет? Вы не так просили? И есть. Такие обращения поступали, поступают. Мы их все направляем в Федеральную службу безопасности Российской Федерации по Республике Крым. Полное взаимодействие на этом направлении налажено. Уверен, что подавляющее большинство крымчан сообщает о попытках вербовки с той стороны. То есть так что я думаю, что крымчан никогда этим не проймут. Да, просто понятно, людей запугивают, создают дискомфортные условия, то есть и все остальное. Просто об этом надо помнить, когда пересекаешь украинскую границу с Российской Федерацией на Чангаре, в Перекопе там, и так далее. То есть как, вот и все. Понимать, что те, кто стоит и дежурит с той стороны, у них цель в данном случае даже не выполнить свои функциональные обязанности, а максимально насолить, особенно тем, кто там, у кого российский паспорт, то, ну, бывший гражданин Украины и так далее. То есть просто это надо держать в голове. А, кстати, если уж мы украинскую тему затронули немного, хотя в этот раз мы меньше уделяем внимания, я думаю, это правильно тоже. Как развивается сотрудничество Крыма и Донбасса? Вот несколько месяцев назад, значит, было объявлено создание соответствующего комитета, и здесь были и Захарченко, и Плотницкий. Что происходит вот в этом направлении? На самом деле, с точки зрения рабочих контактов, все эти вопросы
вообще осуществляет и координирует прежде всего Министерство иностранных дел. У нас нет межгосударственных отношений, ну, в данном случае, то есть нет официальных там по каких-то подписанных соглашений, то есть как бы все-таки мы сегодня субъект уже полноценной Российской Федерации. Меня с коллегами связывают чисто дружеские отношения, я с уважением отношусь к их работе, и Александра Захарченко, и Игоря Плотницкого, то есть мы дружим, отношения поддерживаем, связываемся периодически. То есть на самом деле я с огромным уважением отношусь к их позиции, с учетом, что они сегодня находятся на острие русского мира. И вот как просто как обыватель, как гражданин, ну, полностью понимаю, разделяю взгляды. Как должностное лицо не комментирую и делать этого не буду. Это для этого есть соответствующие органы. То есть как бы и в дальнейшем президент и руководство страны будет принимать решение в дальнейшем, как строить отношения с этими регионами. Соответствующие органы и независимые политологи. Политологи мнение формируют и на самом деле, то есть как бы к точке зрения политологов прислушиваются, я уверен, что руководители государства в первую очередь. Вопрос по поводу, наверное, все-таки последний вопрос, по поводу депутатов Совета Федерации, и сенаторов и депутатов Госдумы от Крыма. Вот мы прошли первые выборы в Государственную Думу, где крымчане избрали своих представителей в органы законодательной власти. И сейчас как раз закончилась первая сессия. Да? Вот они сейчас уходят на каникулы. Вы довольны работой депутатов Госдумы от Крыма, ну и сенаторов? Они вообще делают свое дело? Они защищают интересы Крыма? Как вы оцениваете их работу? Оцениваю работу их на пятерку по пятибалльной системе. На самом деле, то есть как бы они выполняют все поставленные задачи, все законопроекты, которые касаются Крыма, находятся на постоянном их контроле. По всем вопросам коллеги ходят на заседания профильных комитетов, как в Госдуме, так и в Совете Федерации. В данном случае принимают активное участие, обсуждают, по всем проектам созваниваются со мной, мы координируем деятельность. Но вот считаю, что они эту школу обучения, они впервые все-таки в законодательном органе Российской Федерации, они проходят на отлично. Помощь от них регулярная, информационная и так далее. То есть как бы могу сказать, что ну, хочу только сказать им слова благодарности за ту большую работу, которую они делают в Госдуме. При этом, конечно, нельзя отрываться от земли, им надо помнить о избирателях, им надо помнить о том, что надо работать в поле. Они тоже приезжают сюда каждый месяц на региональной неделе, ведут прием граждан, все без исключения депутаты и члены Совета Федерации. Поэтому им огромное спасибо. Я тоже буду поддерживать их вот в тех частях работы, где им необходима будет непосредственно моя помощь. Ну, раз уж мы вспомнили о депутатах, все-таки я думаю, что необходимо вспомнить о Наталье Поклонской. Но, по крайней мере, она самый яркий депутат с точки зрения присутствия в федеральных СМИ. Да, и, в частности, это связано с ее позицией по историческим вопросам, ну, а в последнее время по вот этой кампании вокруг фильма «Матильда». Вы как к Поклонской относитесь и к ее деятельности? Ну и к фильму «Матильда», так раз уж до кучи, давайте, так сказать, поговорим и об этом. Я к Наталье Владимировне с уважением, с большим, она мой коллега, мой товарищ, соратник. Мы вместе прошли очень тяжелый путь, она честный человек, и она на самом деле, то есть бьется и в данном случае выступает за конкретно идеологические мотивы, то есть она честно отстаивает ту точку зрения, в которую она верит. Это абсолютно нормально. Вот я, поверьте, ценю то есть ту настойчивость, то упорство, с которым она это делает. Это заслуживает большого уважения. С точки зрения фильма, я могу сказать, что я свою оценку дам после того, как посмотрю фильм в данном случае. Но если личное убеждение человека подсказывает ему занимать такую позицию, я Наталью Владимировну в этом поддерживаю. При этом, ну, я все-таки считаю, как бы ни было, да, это художественный фильм, но тем не менее, то есть, ну, какой смысл вот был там тем, кто ставил эту картину, там, приглашать там на роль, там, допустим, русского царя, там, актера, там, немецкого, который, ну, как вот по информации СМИ, там, играл там в каких-то порнографических фильмах и так далее. Я там согласен, что должен быть там известный кто-то из наших российских актеров, то есть, как бы, из режиссеров, там, Михалков Никита Сергеевич, ну, то есть, те люди, которые могут ассоциировать, то есть, в данном случае, то есть, ассоциироваться с ролью царя, то есть, в данном случае, те, которые уже выступали в таких ролях, тех, которых воспринимает наш зритель, ну вот какой смысл, вот не могу понять, хоть убейте, там, для чего надо было, то есть, как бы, привозить, там, артиста из актера из Германии, то есть как бы на эту роль. Ну вот просто не понимаю. После того, как посмотрю этот фильм, тоже дам свою оценку, постараюсь сделать это до того, как он выйдет в прокат, то есть оставлю свою точку зрения, ведь все-таки даже на художественных фильмах формируются определенные образы. Ну, я считаю, что эти образы, особенно с учетом того, что и дети, и молодежь смотрят, то есть такое кино, они должны соответствовать реалиям. Не должно быть никаких надуманных символов, которых не было никогда в истории. Я сейчас, опять же, не хочу в конкретику влезать, еще раз говорю, оценку дам после просмотра. Но, тем не менее, считаю, что все должно соответствовать тем историческим событиям и реалиям, которые были на самом деле, даже в художественном кино. Особенно, если речь идет
а России все равно самодержавие, то есть как бы это был конституционный строй России, то есть как бы ну, достаточно длительный период времени. Поэтому смысл в данном случае каким-то образом допускать искажения этой истории. Тем более, что и в данном случае духовенство высказывается то есть, в общем, то есть как бы против там, показа, допустим, этого фильма и так далее. В любом случае, уважаю честную позицию Натальи Владимировны Поклонской, но считаю, что если и раз она в этом убеждена, она делает все правильно. А я Министерству культуры поручил в том числе то есть, как бы изучить и максимально, ну, как говорится, возможно, быстро, то есть, ну, не достать копию, наверное, раньше показа официального там не получится, так или иначе. Но, тем не менее, с тем, чтобы я мог составить свою точку зрения, найду даже время, чтобы, ну, как максимум посмотреть весь фильм, а как минимум это те спорные эпизоды, которые вызывают, допустим, сомнения. После этого скажу свою точку зрения. Но Наталью Владимировну поддерживаю в ее настойчивости и в целеустремленности. Ну, от себя могу сказать про кинорежиссеров и эту творческую интеллигенцию. Если порнография в душе, то на экране тоже будет порнография. А то, что это произошло на государственные деньги и в год столетия тех событий, это просто провокация. Тем более в исторических, так сказать, конкретных персонажах. У нас все-таки ассоциация с образами все-таки формируется на основе узнаваемых лиц для россиян, то есть как бы тех советских актеров, российских уже актеров, ну, кто пользуется уважением, то есть как бы и вообще, кто в этой роли, ну, с точки зрения вот духа патриотизма, соответствия нашей ментальности, смотрелся бы гораздо лучше. То есть все равно считаю, что вот присутствие иностранных актеров, тем более на ролях первых лиц российского государства, неприемлемо. Ну что, Сергей Валерьевич, спасибо вам большое. Время подходит к концу. На этом наш серьезный разговор заканчивается. Всего доброго и до встречи. Спасибо вам, Сергей Александрович. Спасибо крымчанам. Спасибо за понимание. Спасибо за терпение. Хочу сказать, я не подводил крымчан. Не подводил, не подвожу и не буду подводить. Я не робот, я тоже человек. Я могу в данном случае допускать ошибки, могу какие-то вещи не дорабатывать. Но могу сказать, я честно выполняю свои функциональные обязанности. Мне за свою работу не стыдно. Я понимаю, конечно, что все-таки мы не дошли до каждого человека. Мы не решили все вопросы, которые сегодня беспокоят людей. Но путь выбран. Понимание, как этого достичь, есть. Я этого добьюсь, настойчивость есть. И, поверьте, воли хватит. В том числе, чтобы, невзирая то есть ни на личные отношения, ни на какие другие вопросы, делать и организационные выводы, менять кадры, приводить в систему органов государственной власти тех людей, которые хотят идеологически работать на Крым, на Россию, которые хотят сделать добро, принести пользу. Поэтому обещаю, что все задачи, которые были поставлены, буду выполнять с использованием своих вот всех максимальных возможностей. Дай Бог. Спасибо вам. Спасибо. За серьезный разговор. Спасибо.